приступаем к прослушиванию альбома Токсиса. Hot Shot называется альбомчик. Здесь вы можете не подписываться, потому что никакого голосования не было. Здесь вы просто можете узнавать по стримам, если хотите. Здесь уже все тоже решено. Все альбомы практически выбраны, места расставлены. Ваш голос вряд ли повлияет на голосовалку альбомов, поэтому тоже можете не подписываться. А сегодня мы посмотрим, что же нам предлагает Токсис. Учитывая, что мы сидели на разборе альбомов Мидиксов вместе с Кроликом, я думаю, сейчас вот мне пришла мысль в голову, что как будто можно сделать здесь тоже, да, такую историю. Я думаю, что можно сделать тоже такую историю. Сейчас, секунду, друзья. Запись уже пошла. Сейчас. Где это? Здесь, друзья, короче. Смотрите, что здесь. Да. Здесь вот такая история. Я ее открывал. Я не буду даже перед вами играть, что я типа даже не знаю, что там. Я ее открывал. Я знаю, что здесь такое. Легендарное дерьмо. Да. Блять, это, конечно, рофл вообще жесткий. На экспромт вышел из-под контроля. Короче, смотрите. Знаете, почему я хочу вам эту тему показать? Я хочу вам ее показать для того, чтобы вы понимали, что нас ждет. Потому что вот мы часто читаем описание к альбомам, мы часто читаем то, что ребята пишут на Genius, но как будто вот эта штука, она... Я, во-первых, рад, что ребята так заморачиваются. Спасибо большое, да, им, что они вообще заморачиваются в целом над подачей своего материала. Это очень круто. И здесь как будто... То, что мы увидим, оно нам поможет понять, о чем альбом. Точно так же, как нам помогает при прочтении Genius. Тут есть вот такая вот книжечка, да. Называется она, смотрите, да. «Танцуй как Токсис». То есть ты, соответственно, вот так вот здесь делаешь. И тут происходит вот такая вещь. Надеюсь, видно вам? Не знаю. Ну, вроде как видно. Это первое, да, что тут есть. Далее тут есть вот такая вот штукенция. Вот такая, да. Это, короче, линзы на телефон. Да. Вот. Но мы этого сейчас делать не будем, но они тут есть, да. 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 Далее тут есть два галстука. Я сейчас буду разбирать. Выберу, короче, себе сейчас галстук, да. Буду разбирать альбом в галстуке. Черный галстук. Короче, есть черный галстук и красный галстук. Не, ладно, я шучу, это слишком жестко. Нет. Также тут есть вот такая инструкция, да, руководство к действию. И здесь есть вот такая тема. Вот такая вот тема. Подрабатывает, да, бро, не говори, да, 100%. Вот такое зеркало, короче, тут есть, да, свет мой зеркальце, скажи, короче, да, вот, покажи мне, кто тут джибли. Поняли, да, типа вот, есть вот такая вот история, короче, вот такая вот история. Свет мой зеркальце, скажи, покажи мне, кто тут джи, да. Кто снимал кругляш в ТикТоке, не барыжа кирпичи. Кто снимал тут танцы? В кругляши не барыжа кирпичи. Ёпту, да. Вот такой вот фристайл. Очень крутая вещь. Знаете, что это значит вообще в целом? Для меня лично, я вот когда вот эту коробку открыл, я понял вот что. Что Токсис, он продолжает свою историю с... Надевай галстук, Флом. Один галстук. Один галстук и рубашку Диорнеру. Распаковка, нахуй. Кролик сидел, да. Галстук. Ебаш галстук. Ну, если выбирать, то я думаю, надо выбирать, блядь, красный, короче, да. Если выбирать черный как-то, ну, я не знаю, слишком, да. Он сюда не пойдет. Галстук, блядь. Сейчас надо понять. Как он? Это веревка? Нет. Так. Ебать, ну, смотрите, да, короче, это не резинка. Тут такая тема, короче. И вот мы нажимаем, и оно вот вытягивается, да. Короче, смотрите еще раз, да. Спасибо за подгон, да, спасибо за подгон, ребят, респект вам. Молодцы, что заморачиваетесь на самом деле. Приятно видеть, когда творчество выходит за рамки просто написания музыки. Ёбаный в рот. Ну давайте, давайте рофлить до Талова, что делать? Давайте рофлить до Талова. Как без этого?
Да, чтобы не душить себя только сильно. История. Красный дрипчик. Да, бро, не говори. Короче, смотрите, друзья. Что я тут вижу, да? Что я тут вижу? Я вижу, что Токсис, он хочет закрыть или, по крайней мере, сделать некий концентрат своего творчества с точки зрения танцев. С точки зрения танцев, да. Мистер РЗТ, да, бро. Ну, для того, чтобы я был мистер РЗТ, надо было, наверное, все-таки черный галстук одеть. Не, все-таки пусть будет красный. Да, тем более, видели, да, обложка красная. Я думаю, сидит депутат, бля. Да, да, черный будет слишком жестко. Короче, смотрите сюда, что я вам хочу сказать, бля. Я открыл вот эту штуку и понял для себя следующее. Что, типа, вот оно все, да, то есть... Танцы, братва, танцы. Танцуй как Токсис. То есть они, короче, хотят полностью закрыть эту тему. Учитывая, что мы живем в 23-м году, наше медиапространство летит для нас страшным образом, да, и мы, соответственно, разбираем вообще все релизы, все альбомы. И вот вообще наша тема... Бля, можно я это уберу немного? Спасибо большое, ребят, да, спасибо большое за подгон. Конечно, очень прикольно, что вы занимаетесь всей этой темой. Сейчас, спасибо. Бля, я буду на серьезных щах сейчас с галстуки в этом сидеть, да? Да. Ну, я буду дальше серьезно рассуждать, на самом деле. Это, конечно, пиздец, но пусть будет так. Короче, смотрите. Мы разбираем очень много релизов, очень много материала мы разбираем. И сама тема Токсиса, который флексит, для нас, людей, которые сидят постоянно в... Бля, вы заебали. Для нас, людей, которые сидят постоянно... Дайте мне сосредоточиться! Бля, я на себя смотрю, когда я сам в ахуе. Сейчас, подождите, я уберу полностью камеру и чат. Все, я смотрю просто в монитор на сайте. А, кстати, на сайте, да? На сайте. Вот, смотрите, что происходит. То есть, здесь у нас происходит обсуждение альбомов, и на первом месте у нас хотшот, да, реально сейчас происходит. Я не хочу нажимать, смотреть, что там происходит. Вот, здесь происходит оценочка альбомов. West Gods с Бушудожо мы тоже разберем, конечно же, дальше. Так, вот так я сделаю, и я закрою чат, да, все, я ничего не хочу видеть, я хочу видеть просто монитор со своим с этим сайтом, да. Короче, смотрите, мы разбираем очень много релизов, мы разобрали за этот год почти 300 альбомов РЗТ, да, за ноябрь, за один мы разобрали 22-23 альбома, то есть мы разбираем все, смотрим полностью все, и то, что было у нас в середине года, лично для нас, для людей, которые не слушатели просто музыки, а вот именно люди, которые живут в этом, для нас это уже очень давно кажется, поэтому, когда мы слушаем какую-то вещь, там, 22-го или 21-го года, мы такие, ой, это жесткий баян. Вот, но в целом надо понимать все-таки, отдавать тебе отчет в том, что, как я понимаю, сама фишка Токсиса, вот с танцами, с тем, что он все-таки молодой парень, он легкий, он флексит, он радуется жизни и так далее. То есть я, короче, особенно вот это посмотрев, я не жду от него альбома Соды, наверное, знаете, я не жду от него альбома Соды, я не жду от него альбома Сими, Холод, не жду, я жду от него... концентрат и апогей того, что он делал до этого. Если мы, допустим, возьмем предыдущий альбом, то там треки были разные по качеству, там Вандал, допустим, это вау, а все остальное, как бы, и некоторые еще вещи, ну, как бы, ок. Сейчас бы я хотел получить такой магнум опус в этом направлении, плюс особенно вот это вот все, да, то есть танцуй как Токсис, все. То есть эта тема, она жива, она актуальна для информационного пространства, и, соответственно, он в ней продолжает существовать, продолжает жить, и он не... ну, типа, не надо думать, что, типа, это все вот там какая-то одноразовая вещь и так далее. Если, конечно, мы... Получив вот это сейчас, получив вот эту вот книжечку, всю вот эту тему, на следующий год, условно, там, в ноябре, в 24-го, мы снова получаем тему, и Токсис такой, йоу, смотрите, танцуй как Токсис, мы такие, бля, бро, как будто мы это уже где-то видели. Вот, тут, конечно, будет проблема и будет вопрос, надо будет думать. Сейчас это вот конец года. Его, так сказать, человека, который появился прям сумасшедшим образом, залетая с ноги в год, и он дал нам то, что он дал с точки зрения своей идентики. Яркий, молодой, флексящий, танцующий человек, открывающий новую возможность. Сейчас, подождите, тут еще надо мышку тоже отключить, да? Нет, точнее, отключить, убрать, пить хвост ее. Что он дал нам возможность такую, короче... показывать себя в кругляшках и прочие-прочие вещи. Вот так вот, друзья. Вот такая история, да. Вот такая история. Все, я сказал, короче, да, у нее мышка теперь просто, она без хвоста, да, все у нее хорошо, все в порядке. Все, давайте почитаем, что написано.
Токсис впервые упомянул альбом 11 августа 23 года. Ну вот, да, то есть смотрите, это в принципе вот август, все это уже писалось с тех пор, ага, после мини-тура Random Crew, вот у него тур был, соответственно, вот он выстрелил, да, выстрелил, записал несколько работ, разные работы, потом у него был тур, куча концертов, взлет популярности, деньги и прочая вся история, и у его задачи было закрепить звук, закрепить фишку свою, и как будто вот этот чемодан, он про это. Этот чемодан, он про это, да. 8 сентября на телеграм-канале музыкант выложил сниппет песни «Бесится», который последствия или «Бесится», ажиотаж вокруг, что делать «Бесится», без мягкого знака, значит, что делает «Бесится», да? Да, «Бесится». Токси сообщил о дописании альбома и его сведения, а также о сингле, который должен выйти. 3 октября артист выложил сниппет трека «Hurts» в своем телеграм-канале. Да, с клипом трек раскрылся. 7 октября музыкант известил о выходе альбома в ноябре. 20 октября так, освещал. Работа находится на стадии завершения, доработки пластинки. Артист дал комментарий по поводу предстоящего релиза. На следующий день выложил тизер альбома и дату выхода. В этот день позаказал сниппет трека «Купол», сниппеты мы не смотрим, не знаю, что будет, если выходит трека «Hurts», шуточный трек-лист, затем он опубликовал настоящий трек-лист. Музыкант выпустил сниппет в своем телеграм-канале, супер, супер хорошо. Чего-чего, донат? Матокуши, привет, я Матокуши, я выпустил свою музыку 2 год и хочу, чтобы ты ее, чтобы вы ее оценили, трек такой-то, фея, скажите, где можно найти место в очереди, пожалуйста. Спасибо тебе большое, бро, спасибо тебе большое за поддержку канала, надеюсь, будем полезны, трючок встал в очередь, будет через где-то, наверное, 6 стримов, я думаю, 5-6 стримов, когда будут стримы, непонятно, да, очередь, да, на 5-6 стримов вперед. Спасибо тебе, бро, большое за поддержку, надеюсь, мы будем полезны. Оля отправил 500 рублей, вау, эй, весь клуб в ахуе. Тёлки оделись так, будто их зовут златами. Дэм, Дэн, систер, да, спасибо тебе. Эй, прикрываясь латами через изумруды, даже если я в Анапе, бля. Спасибо большое. Да, спасибо тебе большое за пятихат. Оля, респект. Там уже очередь больше. Значит, 6-7 стримов, да. А, ну да, сегодня что-то много заказов. 6-7 стримов или 7-8. Бро, пару недель. Пару недель, да. Что сказал артист об альбоме? Ребята, салют, альбом дописан уже на сведении. Сингл в октябре. А альбом скоро спасибо, что... Да, вот мы ждем, ждем, ждем. Во! Ребят, сейчас переслушал все треки с альбома. Сижу с Ильей Гемини. Досвожу альбом и понимаю, что это очень крутой релиз. Он мне нравится, он настолько разнообразный. Это, знаете, как джаз дует, только как альбом. Вот, блядь. Вот. И здесь он это подтверждает. Что это EP-шка, которую вот он попробовал, только как альбом. Да. То есть, короче, он просто закрепляет статус своего звучания, статус своего движения, своего флекса. Он это полностью застолбил, и его задача сделать качественно. Если он еще 3 релиза останется, вот на этом всем это, наверное, будет не то, да. Но здесь как бы это должно нам дать максимальное качество. Мне прям очень нравится максимально. Там и звучок новый есть абсолютно, и по панчам там тоже круто все. Прям мне очень нравится. Хочу уже быстрее дропнуть и показать вам это, поэтому готовьтесь. Па-па-па! Да. Все хорошо, да. Альфа-банк приехал. Да, да, бро, все супер, все охуенно. Все супер, да, все отлично. Артворк, да, все. Все, спасибо. То есть вот у нас, короче, есть Just Do It, который мы смотрели, и у нас есть теперь Hot Shot. Что касается обложечек, да. Ну, так пока все интересно, да. Трек-лист альбома был выложен в телеграм-канал артиста 23 ноября. Ну, все, бро, Dunkirk, BB, живую купил, бейсу с тейпом. Серьезные, солидные фиточки. Сейчас посмотрим хотшот. Здесь Hurts, понятно. Смотрим, да, трек-лист. Купол, Доме, BB с OG Будой, с Big Baby Тейпом бесится. Зутет с Яниксом. Со своими ребятами, да, Бисол и G-Team. Да, да, то есть, короче, тут есть 3 очень ярких фита с большими артистами и с начинающими ребятами из его команды, если я ничего не путаю. Это вот со своих пацанов он тоже потянул. Респект, кстати, да. Это хорошо, то есть он... Я не думаю, что это как-то коммерчески для него было актуально или нужно, он просто решил светануть своих пацанов, да. И это хорошо, это хорошо. То есть он мог смело сделать это сольник, либо позвать кого-то из еще больших артистов, и вместо этого он... Сделал со своими пацанами. 10 треков нас ждет. Не так много. 10 треков. Интересно. Интересно. Фейк трек-лист посмотри. А он тут есть? Нет, да? Ну, ладно, здесь его нет, поэтому мы не посмотрим. Все, друзья. Let's go. Слушаем внимательно. Слушаем внимательно, смотрим, что это такое. Погнали.
Dunkirk. YC и Minzo 2K. Слушаем? Очень интересно мне. Да, let's go. Есть деньги, но ты все равно луз. Я рокаю реки, я рокаю луз. Сейчас поднял кэш, кричу аллилуйя. Слава богу, я пока что не умер. Гоняю на Бентли Бенц, где же бумер. Пример для молодежи, да я зумер. Мой хейтер на дне, а я и тулер. Мой хейтер на дне, прямо как Дункер. Ты не можешь делать бабки, ты нищий. У меня слишком много амбиций. Во меня не достать, у меня vision. Run around with a brand new blizz. New just print, that's my definition. Fuck it whole, это моя mission. Надеюсь, услышу. Ты тропнул альбом, но был не услышан. Ты дальше не будешь, если едешь тише. Могу тебя скрутить, как будто ты свиша. Мы курим кальяны, да мы курим шиша. Мы курим кальяны, а ты куришь жижу. И даже в очках я тебя не увижу. Вот такой рэп слышу. Вот такой рэп слышу. Армани на теле, Баленси на теле. Okay. Она хочет встречи, но я уже хорни. Я уже в отеле, я уже в отеле. Готов распустить в ее землю корни. Не факую с вами, да вы корни. Помни, чтоб когда-то пел в хоре. Мне барабаны, я не про оркестр. Ты сразу сказал, что мы не в ссоре. Какой у тебя деньги, но ты все равно луз. Я рокую реки, я рокую луз. Сейчас поднял кэш, кричу аллилуйя. Гроулинг вообще. Я пока что не ум. Гоняю на Бентли Бенц, где же бумер. Пример для молодежи, да я зумер. Мой хейтер на дне, а я и тулер. Мой хейтер на дне, прямо как так. У тебя есть деньги, но ты все равно луз. Я рокую реки, я рокую луз. Сейчас поднял кэш, кричу аллилуйя. Слава богу, я пока что не ум. Гоняю на Бентли Бенц, где же. Ничего там, да, гитарка. Бумер, пример для молодежи, да я зумер. Мой хейтер на дне, а я и тулер. Мой хейтер на дне, прямо как Дункерк. Жестко. Да, очень мощный репрезент. Очень мощный репрезент с кучей разнообразия. Работай своим разным голосом, да, двумя, так сказать, тайпами голосов. Кани умер, гоня на Бентли, Бенз, где же умер, пример для молодежи, да, я зумер, хотя на дне я дувер. Короче, да, тут история яркая, вот, да, пример для молодежи, да, я зумер. Угу, факать хой, моя Миша, надеюсь, услышат, ты дровно альбом, но был не услышан, ты дальше не увидишь, если едешь тише. Ты дальше не будешь, если едешь тише. Ничего, бро, ничего. Могу тебя открыть, как будто ты с вышером, курим кальяна, мы курим шиша. Кальяна, мы курим жижу. Да, не just prince. That's my definition. Running around is brand new glizzy. Fuckin' whole my mission. Да, англицизмы тоже, да. Угу. Короче, молодежная история. Яркая молодежная история. Ты не можешь делать бабки, ты нищий, да. Флекс, бренды, фэшн, диссовая какая-то. Диссовая репрезентова фэшн флекс история. Угу. Вот это было, конечно, очень странно, да, здесь прям чуть ли на гроулинг не перешел, тут мягенький припевчик. Два припева, здесь у нас один припев, интруха, миллиард разнообразия, в принципе, да, то есть, с другой стороны, вот сейчас я... просто первое впечатление от альбома, сначала мы говорили, типа, свои ожидания, а теперь мы можем сравнить это, да, типа, там, ожидание, реальность, ну, в общем-то, да. То есть какой-то сложный битос, он даже для супертрэпа сложноватый, как джерк, что это, типа, как-то оно все намешано, да, очень жестко. Очень неплохо. Очень неплохо. Я же дробный альбом был услышан, будешь, если едешь тише. Угу. Что такое рэп слышу, Угу, вот это было неплохо. Мы на теле, болеть на теле, хочешь встречи, я уже хорни. В отеле, который спит в землю, корни. Факуй с вами, это корни. Потому что вот я пел в хоре, мой роман оркестр. Сразу скажу, что мы не в ссоре. Отсылка на конфликт, да. Ракает, ну, ракает, бля, все, что надо, да, ракает. Все, что максимально, да, на моде, на хайпе. Рики, Лоуис,
Вуиттон, вероятнее всего, да, Бенц, Бентли, Бенц и Бумер, да, ну, это вот тема там, Бентли, Бенц и Бумер, это отсылочка на песню, тут, наверное, сказано, да, об этом, да, конечно, платина ее обладает, угу. Да, конечно же, Бентли, круто, круто, бро. Такая, знаешь, тайп-текст, ничего супер яркого нет, есть какие-то моменты прикольные, с точки зрения, там, ты не будешь, этот, не будешь дальше. Угу, угу. Ты дальше не будешь, если едешь тише. Ничего, вот это ничего. Ты дропнул альбом, но был не услышан. Угу. Значит, как тебя не увижу. Вот это ничего, две строчки. Прикольно. Равно теле Валентина. Окей. Тут как бы ок. Следующий хорни, ок, ок, ок. Вот это ничего, готов распустить в ее землю корни. Ничего, не факуй с вами корни. Ничего. Пел в хоре, мне барабаны, не про оркестр. Норм. Да. Не, есть местами. Местами есть неплохие строчки. Местами есть неплохие строчки. Вот так вот. Let's go. Сейчас, 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 секунду. Меня не достать. Бля, хотел послушать еще раз эту часть и прям на нее тыкнул, да? Бля. Мастер. У меня слишком много амбиций. Во меня не достать, у меня vision. Run around with a brand new bleed. New just print, that's my definition. Fuck it whole, это моя mission. Надеюсь, услышу. Ты дропнул альбом, но был не услышан. Ты дальше не будешь, если едешь тише. Могу тебя скрутить, как будто ты свишен. Мы курим кальяны, да мы курим шиши. Мы курим кальяны, а ты куришь жижу. И даже в очках я тебя не увижу. Вот так твой рэп слышу. Вот так твой рэп слышу. Армани на теле, Баленси на теле. Она хочет встречи, но я уже хорни. Я уже в отеле, я уже в отеле. Готов распустить в ее землю корни. Не факуй с вами, да вы корни. Помни, чтоб когда-то пел в хоре. Хорошая работа со звуком, хорошие дают ямки ему, где надо постоянно. Ну, сумасшедший контраст. Да, то есть вот, короче, плюс забыл я сказать по поводу его голоса. Соответственно, его задача была вывести на максимум историю с флексом, вот, танцы и звук, и голос, конечно же, история с голосом, да. Не барабаны, я не про оркестр, ты сразу сказал, что мы не в ссоре. Вот она, да. Ужас творятся. Кайф. Спасибо. Идем дальше. Дикое разнообразие в этом треке на 10 баллов. А с точки зрения структуры, с точки зрения реализации, очень неплохо. Надо посмотреть насчет идлибов. Харизма. Ну, по голосу, да. То есть, вот, блин, Toxxys, конечно, очень может быть узнаваем очень сильно. За счет своих тембральных особенностей. 100%. Смотрим, что это такое. Фит с OG Будой. Майк Карти. Дамбо Шоури. Let's go. Чисто теоретически свадьба, все, семья, да? И это был у тебя ребенок. Да, здесь будет писать свой первый клип. Расслабленчеством будет. Делают деньги. Да не, вон там. Ты будешь потом, типа, его раскручивать. Будет. Скажи, с таким телом, как у тебя, все думают, ты Виктори. Трешка, карри, у меня соус, как карри. Улицы воспитали, поэтому легкие в карри. Если я в клубе сейчас ниже карри, то есть это, что ты ее парень. Легких, едкий дым, парень, мы не парим. Все, что я говорю в баре, я сейчас в баре, это что, алкоголизм? Я кидаю деньги в воздух, они приземляются. Я танцую стриптиз на твоем теле. Эти белые всего лишь шайка крыс на самом деле. Я вливаю эти два, как пацаны вливают панели. Я собираю солдат даже на опен-эйре. Я снимал один НР, чтобы послушать, как они пели. Я feel like a bird, но мне теперь я. Я работал много-много терпения. Я работал много-много, теперь я тут. В Польше, вероятнее. Yeah.
Эти парни меня не поймут, их суки меня не поймут. Гололед покрыл мою грудь, но я стою до конца, будто я груд. I this. I'll be back in the morning, 'cause I'm feeling kinda horny. And I just pull up in a B-body slim. Yo, pull up and she eat it up. Yeah, she a bad bitch, gon' fuck it up. Я скажу так много пакетов. Не, по разнообразию вообще. Плохая жесть, сука, со Месси. Забиваю губу, ты Месси. У нее плей все мои песни. Я еду из клуба до Пресни. А сапы мне роки как Кэсти. На мне еще не роки, I'm stepping. Выхал, дых. Прыгнул в этот биг бари, биг бари. Да ты похамал. Ты биг бари, биг бари. У меня есть рыба. Я биг тик, биг дари. С таким телом, как у тебя. Все думаю, ты биг дари. Трешка. Карри, у меня соус как карри. Улицы воспитали, поэтому легкие в гаре. Если я в клубе сейчас ниже карри, то есть это что ты не парень. Легких, едкий дым, парень мы не парень. Нихера не заморочились, но есть ощущение небольшой затянутости треком. Очень много разного, да, базару нет. Очень сложная тема. Наворотили прям жестко. Я не помню, слушали ли мы Трипи Реда, да, и Саммерса этот трючок. Я не вспомню сейчас. Очень сложное звучание. И по инструменталу, и по разнообразию. Вообще жестко они, конечно, накидали сюда. Просто страшное количество всего. Небольшое ощущение затянутости присутствует. Очень-очень сложно, да. Вот это вот все, да, постоянно кидают деньги в воздух, они близняются и танцуют. Так. На самом теле Майка крыс на самом деле сливает, давай как подсоливают панели. Не знаю, вот хорошо, что здесь ничего не поставили, да. Бридж, куплет, еще один Токсиса. Ёлки-палки, блин. Собираю солдат, ну, панели. Вот эта часть, вот с этим я... Ну, тут фишечка, да, вот не могли, да, соответственно, убрать это. Бля, 3 минуты. Короче, есть ощущение того, что очень динамичный бит, нереально динамичный бит. И много-много-много-много-много на него разного всего. Ну, типа разного, да, и должно быть, наверное, норм. И интруха здесь есть. Недостаточно ли она длинная, чтобы быть на зячи на репите? Прям разговор, да, типа такой. Ну да, ну нормально, но как будто на грани того, чтобы быть слишком длинным, да, интрухой. Бриджик здесь, бриджик в тему, да, супер. Один раз, кайф, да, вообще не напрягает, все супер. В бриджике, в интрушке полноценный, да, такой именно музыкальный, это интрушка скорее такая, интерлюдия. Припевчик нормально, не повторяется, идет, развивается. Кайф, они им не душат, они сделали его всего лишь 2 раза. Вот здесь и вот до трека, по сути дела, после бриджа. Все кайф. Вот здесь какая-то история слишком сложная. Вот здесь творится. Вот здесь слишком сложная. Второй куплет, ну фишечка своя, да. Возможно, третий куплет подсократить. Возможно, и бриджик, и то, и все. Ёлки-палки. Так, конечно, структура 10 баллов. В целом, 100%. Воздух они приземляются, танцуют стрипси, стоят на теле, тебя держай, как крыс на самом деле. А если она тогда бам. Бля, еще раз, давайте переслушаем трек этот. Да, потому что здесь, с одной стороны, хочется услышать бары, с другой стороны, хочется услышать бит, насколько его пускают, разнообразно сложат. Потом парты, которые они меняют. Сейчас. Подождите. 20 секунд, да? 20 секунд. Не-не-не, погодите. 15 секунд. Ну, 15 секунд, не 30, да? Окей. Тут тоже моё где-то есть. По-моему, здесь тоже где-то голос моё-то есть. Вот здесь. Где-то здесь. На смехе, да, что-то. Вот здесь. Выхал, дых. Прыгнул в этот биг бари, биг бари. Да ты похамал. Ты биг бари, биг бари. У меня есть рыба. Да я биг биг дари. С таким телом, как у тебя. Все думаю, ты биг дари. Трешка.
карри. У меня соус как карри. Вот в чем дело еще. Здесь нет разнообразия. Дропа не хватило. Хорошо работают по разнообразию по тексту. Бит, вот мы ждем. И как будто чуть-чуть мы хотели дождаться, да? Сейчас, секунду, смотри, что я говорю. Либо отличное. С таким делом, как у тебя, все думаю, это Виктори. Трешка, карри, у меня соус, как карри. Улицу воспитали. Вот тут дроп должен был быть небольшой, изменение бита. Если я в клубе сейчас не жикари, то есть это, что ты не парень. Ну вот он старается речитативом это исправить. Парень, мы не парим. Все, что я говорю в баре, я сейчас в баре. Это что, как реализм? Я кидаю деньги в воздух, они приземляются. Я танцую стриптиз на твоем теле. Эти белые всего лишь айка крыс на самом деле. Я вливаю. Черт. Прыгнул этот биг бари, биг бари. Да ты похамал. Ты биг бари, биг бари. У меня есть любэк. Да я биг биг дари. С таким телом, как у тебя, все думаю, это биг дари. Трешка, карри. У меня соус, как карри. Улицу воспитали. Рисунок баса, да? Достаточно ли это? Ту-ду-дум-тум. Угу. Два баса, и в одном из них рисуночек, да, поменялся со второй четверки. Бля, достаточно ли этого? Маловато. Поэтому легкие в каре. Если я в клубе сейчас не жикари, то есть это, что ты не парень. Легких, едки ты. Маловато. Парень, мы не парим. Все, что я говорю в баре, я сейчас в баре. Это что? Да, будто пытается вытащить на скорость сегодня. Воздух, окей, ладно. Я танцую стриптиз на твоем теле. Эти белые всего лишь айка крыс на самом деле. Я вливаю эти два, как пацы вливают панели. Я собираю sold out даже на open air. Пацы вливают панели. Я собираю sold out даже на open air. Я снимал один NR, чтобы послушать, как они пели. Я feel like a bird. Но мне теперь я работал много-много терпения. Я работал много-много теперь я тут. Ай. Yeah. Эти парни меня не поймут. Их суки меня не поймут. Гололед покрыл мою грудь. Но я встаю. Рискну предположить, что убрав этот парт после OG Buddha, если бы начинался вот этот бридж, как будто бы мы бы мало чего потеряли. Но фишечку они решили оставить здесь. И вот это, да, я. Да, да, окей, окей. До конца будто я груд. Ай. А что, вот это кайф. I'll be back in the morning. Cause I'm feeling kinda horny. And I do pull up in a B-body slim. Yo, pull up and shit it up. Yeah, she a bad bitch gon' fuck it up. Я скажу, так много пакетов. Нет, круто, конечно. Разнообразие вообще жесткое. Плохая сука, so messy. Забиваю губу, ты messy. У неё плей все мои песни. Да-да-да, здесь дают разнообразие. Понятно, короче, они играют рисунком баса, рисунком хэтами немножечко, но нет ощущения прям жестких контрастов. Мягенько дают. Очень сложная песня. Очень сложная песня. С очень сложными рисунками. Пиздец просто вообще. Это кайф, спасибо. Стараний миллиард просто здесь. Еду из клуба до Пресни. Особо мне руки как тести. Но мне еще не руки, I'm stepping. Выхал, дых. Прыгнул в этот биг бари, биг бари. Да ты похамал. Ты биг бари, биг бари. Сейчас, братва, сейчас, не. Как минимум, да, то есть здесь совсем другой дроп. В этой строчке нет ямок никаких. По-другому, они даже припевы отработаны по-другому. Вот здесь, вот, строчку мы послушали, все ровно. Здесь совсем по-другому идет вайб. Так много пакетов, плохая сука, so messy. Забиваю губу, ты messy. У неё плей все мои песни. Я престиз. Запин, выхал, дых. Прыгнул в этот биг бари, биг бари. Да ты похамал. Тут тейп-стоп такой, блядь. У меня есть любэк. Да я биг-биг дари. С таким делом, ладно, ладно. Все думаю, это биг дари. Трёшка, карик. У
меня соус как карри. Улицы воспитали. Здесь четко слышится, бля, вообще очень-очень сложный бит. Бля, монстры вообще просто ебаные монстры. Вот здесь чувствуется контраст лучше. Поэтому легкие в гаре. Прыгнул в этот биг бари, биг бари. Это похромал. Ты биг бари, биг бари. У меня есть любэ. Да я биг биг дари. С таким телом, как у тебя. Все думаю, ты биг дари. Трешка. Вот он, вот он, вот. Вот это контраст, блядь. Поэтому легкие в гаре. Если я в клубе сейчас ниже карри, то есть это, что ты ее парень. Легких, едкий дым. Парень, мы не парим. Вот это контраст очень крутой во втором. Все, теперь я разобрался. Я не хочу просто лететь по альбому, я хочу разбираться в каждом треке, чтобы, блядь, конкретно понимать, почему мне нравится что-то, почему не нравится. Очень круто. Бля, очень круто. Все, идем дальше. Сильная песня. Купол. Да. Так, 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 так. Все, да? Готовы. Слушаем. А, не то. Купол, let's go. Прячу все тело под купол. Ты всех своих друзей под купол. Я прыгаю прямо из купола. Иди против нас, это глупо. Глядю как им прямо как группа. Работаю в ночи до утра. Поэтому похож на трупа. На моих ногах сейчас рик. Не факаю с вами, бровый фрик. Мне нужен бурап, сука, я гик. Я делаю поп, как будто я выйден. Потом с этой хомой поедем на выйден. Амбуры, рамзуры, feeling to wicked. Я еду со стиком, но не играть в клир. We so cool, I'm running around with a two. Понятный трек максимально. Максимально понятный трек. Детка, скидывай мне свои бупс. Иначе я тупо заебусь. Иначе я тупо... Покажи, что ты покупал. Прячу все тело под купол. Ты всех своих друзей подкупал. Я прыгаю прямо из купол. Иди против нас, это глупо. Гадю, как им прямо как группа. Работаю в ночи до утра. Поэтому похож на трупа. Ну вот здесь, допустим, сильно останавливаться... Здесь сильно останавливаться смысла я не вижу. Это максимально понятная песня. Очень ровная, очень понятная. Если вообще в таком жанре уместно такое слово, как коммерческий трек, ну, потому что это в целом такое достаточно андеграундное звучание, да, так или иначе. Но в рамках вот этого альбома, вот, к примеру, первые две песни, они сложнее гораздо. Вторая в особенности. Они очень сложные. Здесь простая, прямая, ровная долбежка, максимально понятная. Допустим, то, что легко будет разносить зал. Возможно, этот трек нравится, ну, большому количеству людей, потому что он понятный, реально. Ровный, понятный, с ровной структурой в припеве. Я думаю, что... типа сил потрачено на запись этого трека, даже учитывая, что он чисто звучит, да, чисто и качественно, в 10 раз меньше, чем на трек ББ, да. Там, потому что и по звуку сложнее стоит, все сложнее. Но сложность не всегда является... типа, оверсложность, да, она не совсем является чем-то суперкорректным всегда и правильным. Чем сложнее трек, навороченнее, тем он лучше. Да нет, как бы можно сделать что-нибудь простенькое, и это будет дикий разъеб. Я думаю, что «Купол» вполне рабочий трек. Легчайше мы его послушаем еще разок. Он идет всего лишь минуту 16. Да-да-да. Долбежка прям вот максимально ровная, понятная. Вот максимально понятная. Покажи, что ты покупал. Прячу все тело под купол. Ты всех своих друзей подкупал. Я прыгаю прямо из купа. Иди против нас, это глупо. Глядю, как им прямо как группа. Работаю в ночи до утра. Поэтому похож на трупа. На моих ногах сейчас рик. Не факаю с вами, бровый фрик. Мне нужен бурап, сука, я гик. Я делаю поп, как будто я выйден. Потом с этой хомой поедем на выйден. Амбуры, рамзуры. То есть просто на скилле, да? Просто на скилле, на чувстве музыки, да? Я еду со стиком, но не играть в
We so cool, I'm running around with it too. При этом вот он старается сделать, да, бриджик здесь есть, при этом он старается дождать разнообразия в рамках минутки этой, блядь. Здесь какие-то есть ямки инструментальные, тут есть бриджик у нас. Просто, да, он даже старается, интрушка какая-то, то есть, чтобы это не было слишком скучно и просто и ровно. Концертная разъеб-долбежка, я думаю, что даже как-то дико флексить, да, вот опять же танцевать, соответственно, делать то, что давать шоу, в чем он нереально крут, всю эту минуту 16, как будто бы он сможет смело, то есть, прям перформить на сцене по-сумасшедшему, да. Интересная динамика, предыдущий трек 3.06, и тут минута 16. Детка, скидывай мне свои бубс, иначе я тупо заебусь. Иначе я тупо... Покажу что-то по губам, прячу все тело под губом. Ты всех своих друзей под губом, да, я прыгаю прямо из губа. Иди против нас, это глупо. Гадюка, день прямо как группа. Работаю с ночи до утра, поэтому похож на трупа. Да. Сложно понять, что забирать в плейлист, потому что треки достаточно крепко реализованы. Мне тут надо быть очень аккуратным, потому что я как любитель какой-нибудь душной, сложной, вот прям вещи перенавороченные, да, надо быть аккуратным с точки зрения того, что простая вещь может быть интереснее значительно для репита. То есть вот если будет попадаться трек ББ, допустим, предыдущий часто в плейлисте, трехминутный трек с интрухой на 15 секунд, хуй его знает. А вот если купол будет попадаться, как будто он легко будет крутиться, да, в плейлисте, а вообще легчайше. Поэтому надо быть аккуратным. Фьючеринг Big Baby Tape. Бесится. Интересно. Let's go. Продакшн исчез. Помню, я ссорился зимой, расстался летом. Теперь я наверху и, сука, бесится на это. На мне different color diamonds, брюлики разного цвета. Прикупил столько воды, что совсем не видно паркет. Окей, гири, сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Бриллианты, да как нехер. Скини джинсы, я как нефер. Топаю жестко, я биг степпер. Что-то на худи, но не пепл. Может, я попал эти перки. Думал, что утро, а ща вечер. Мне сосала, сука, как Джен Артега. Потом я уехал на Бентли Бантега. И записал этот хиток одним тейком. Я не могу любить тут ад. Cash, I get a lot. To the beat, please get off my car. Две строчки страшные вообще. Я ссорился зимой, расстался летом. Теперь я наверху и, сука, бесится на это. На мне different color diamonds, брюлики разного цвета. Прикупил столько воды, что совсем не видно паркет. Окей, гири, сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Разнообразие. Сука, бесится на это. 20 белых дом, 20 белых дома. Я запрыгнул в кузов больше Мегатрона. До сих пор сырой, но у меня все готово. Пусть я пью Янглина, Аризона. Белый верс в Москве. Yes, I'm gay. Если ног не стоя об этом дерьме. Я был в заре полом бера, шавел вей. Мой белый не в тюрьме, уже в бутике Эрме. Пальцы серые чекать, нихуй делать. Выпрыгнул и дернул, не могу ничего поделать. И приземлился в пенсу, не могу в ней не поехать. Время ехать, время ехать, время флексить. Сука, ебать, бесится на это. Сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Да. Знаете, то, что именно? Но то, что если артист Егор Big Baby Tape способен вот так работать, особенно то, что он показал во второй части этого куплета, у меня есть один вопрос. Почему не было подобных работ на сольном альбоме этого замечательного артиста? Да. То есть вы понимаете эту разницу, короче?
между тем, что он делал там сколько-то лет назад, да, выпустив это сейчас, и это явно это не было записано 4 года назад, блядь, 3, 2. Это достаточно свежая вещь. То есть тейп может вот это. Можем ли мы надеяться на то, что мы получим от него вот такую работу? Хуй его знает. То есть вы прикиньте, да, тейп выпустит работу, в которой он вот так делает, и как в треке у Арни, да, в припеве с Чиф Кифом. Это, бля, вообще возможно такое? Или мы будем получать от него треки по типу G6 или фита, блядь, с Кизару, да, где Кизару демку записывает, блядь. Ну это же разъеб вообще жесткий. Вот это душнина пиздец ебаная, честно, вообще. Абсолютно одинаковые длибы, как будто что-то можно было придумать. Вот здесь шикарно разнообразили. Прям кайф, спасибо. Вот это очень интересный припев, его слушать интересно. Предприпев норм. Единственный, что момент, очень много, очень долго работает Токсис, фактически создавая цельный свой трек. Сольный. Это то, что мы... то, что я отмечал, когда мы разбирали тречки сегодня. Ребят, очень специфичный трек. Мы разобрали в плейлист мейнстрима, его добавили. Это было прям хорошо. Называется он «Тайна», да, Джанага, Джиаш и Ари. Вот они там прям смешались. Это просто из того, что сегодня было. Это было прям очень круто. Специфичный трек, очень интересный. Вот это, блядь, и, соответственно, очень долго, да. То есть тут это как сольный трек Токсиса. Законченный практически. И если бы не интересный припев совместный, то как будто бы это была история бы законченная, завершенная полностью. Бля, это очень круто. Это очень круто. Я думаю, что благодаря таким партам и вообще такому участию на релизах сторонних артистов, в смысле не на своем, да, релизе, тейп внушает веру и надежду на то, что мы можем получить от него сольный материал очень высокого качества. Да, потому что он, в принципе, уверенно работает на разных стилях. Технически он выдерживает очень мощно. Не знаю, разнообразие страшное вообще. Идлибы рейджиком давит, да. Очень хороший тайп, причем переосмысленный достаточно неплохо. Хуй знает, короче, это, ну, это один этот парт, короче, и парт... ну ладно, лайфтрек, окей, сильный. Не вопрос, он хороший, 100%. Бентайга норм, Даянг тоже пойдет. Вот. Но в целом, вот этого сильно не хватило в релизе 23-го года от тейпа. Очень сильно не хватило. Можно пофантазировать, что он сейчас пишет такой релиз и дропнет его, допустим, в апреле, чтобы прям сильно не затягивать. Короче, весной 24-го. Весной 24-го, если он дропнет вот релиз такого уровня, все. Я думаю, что история с Ворской уйдет куда-то в страшный сон, и никогда мы больше о нем не вспомним. И все. И это будет пиздец, разъеб. Прослушаем еще разок этот тречок, да. Это круто, бро. Это очень круто. Я ничего не знаю, я бро. Если бы я что-то знал, я бы молчал. Мне очень приятно ничего не знать, и я поэтому стараюсь, если с артистами как-то пересекаюсь, стараюсь вообще ничего не знать, чтобы получать удовольствие такое же, как вы. Не смотреть трейлеры, тизеры, всю вот эту хуйню, да, чтобы испытывать праздник в момент, когда он происходит, да. Это задача артистов — подготовить нам максимально красивое представление, качество, праздник, радость, музыку. Все. Я хочу быть частью людей, которые получают удовольствие от музыки. И какие-то там инсайды, которые просто лишь садят впечатление, и ты такой: «Я знал!» И чё тебе это дало, блядь, кроме того, что ты обосрал себе кайф? Типа, ничего, поэтому нет. Я не хочу ничего знать. Я хочу получать качественную музыку и кайфовать с неё. Охуевший трек, если бы не два душных припева. Интро, интересно. Привет, ребят, кайфовенький. Помню, я ссорился зимой, расстался летом. Теперь я наверху и, сука, бесится на это. На мне different color diamonds, брюлики разного цвета. Прикупил столько воды, что совсем не видно паркет. Окей, гири, сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Сука, бесится на это.
бриллианты, да как нехер. Скини джинсы, я как нефер. Топаю жестко, я биг степпер. Что-то на худи, но не пепл. Может я попал эти перки. Думал, что утро, а ща вечер. Мне сосала сука, как Джен Артега. Потом я уехал на Бентли Бантега и записал этот хиток одним тейком. Я не могу любить туда. Делаю cash, I get a lot. To the beach, please get off my car. Помню, я ссорился зимой, расстался летом. Теперь я наверху и, сука, бесится на это. На мне different color diamonds, брюлики разного цвета. Прикупил столько воды, что совсем не видно паркет. Окей, гири, сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Сука, бесится на это, эй. Сука, бесится на это, ей. 20 белых дом, 20 белых дома. Я запрыгнул в кузов больше мегатрона. До сих пор сырой, но у меня все готово. Сэд бойс, я пью Янглина, Аризона. Белый рост в Москве, yes, I'm gay. Если кто к низ, да я об этом дерьме. Я был в заре пол эмбера, шавел вей. Мой белый не в тюрьме, уже в бутике Эрме. Пальцы серый чекет, нихуй делать. Выпрыгнул и дернул, не могу ничего поделать. И приземлился в Бензу, не могу мне не поехать. Время ехать, время ехать, время флекси. Сука. В общем, я думаю, что он много времени даже на это не потратил. Вот они встретились, он там, бля, за полчаса, за час записал, и все. Типа на скилле это достаточно этого. Трек неплохой, неплохой, реально, неплохой. За счет вот этого он просто становится неплохим. Вот это интересно звучит, вот это очень прикольно. Тут сумасшедшее разнообразие, здесь хорошо сказал, словами поиграл, все кайф. Может субъективно, не знаю, чат, как вам этот припев? Вообще, как вам трек от 1 до 10? Сложно, вот я так не могу сказать, у меня на составляющие разбито. Какие-то парты мне дико зашли, какие-то парты не очень. Но в совокупности от 1 до 10, как вам этот трек, можете написать в чат, да? Что думаете по этому поводу? 8, 10, 5, 8, 9. Ну, 7, 8, 10, троек мало, да, 4, 5, 8, 7, 8, 9, 10, это припев. Нет, тут нету, бро, видоса, поэтому идем дальше, к сожалению. Я не хочу сниппет этот. На странице альбома есть ссылка на сниппет, да? Ну-ка. Так. Херц вижу. Дал телеграм, завершена. Херц вижу. А, во. Сниппет. Да не, подожди, стой. Вот это, да? Вот это, наверное. Эй, йоу, шари, what the fuck is up? Малыш, ты думала, расставание реально сломает меня? Но для меня это просто опыт. Помню, я ссорился зимой, расстался летом. Теперь я наверху и сука, да, да, бесится точно на говорили. На мне different color diamonds, брюлики разного цвета. Прикупил. Другой трек, да, или чё, всё-таки немного? Только воды, что совсем не видно паркет. Окей, гири, сука, бесится на это. Ну, игра какая-то пластмасса, блядь. По итогу вышло в разы лучше. Сука, бесится на это. Сука, бесится на это. Отыгрывает охуенно. Сука, бесится на это. Бриллианты, да как нехер. Скини джинсы, я как нефер. Топаю жестко, я биг степпер. Что-то на худи, но не пепл. Кайф, кайф. Не, новый лучше 100%. Новый лучше 100% преподносит. Вот, да, вот, вот, ребят, вот, что происходит. То есть, вот, вот она история этого альбома. Вот она история этого альбома. Это... доведенный до ума полноценный, как он сам сказал, да, в описании, как вот типа вот здесь это все, вот они все танцы, флексы, кружки, это вот эта вся тема, да, кто из вас не видел, может быть, вначале я показывал, да, поэтому это все именно вот Toxis, то есть это то, вот, чем он силен и известен, так сказать, да, базар, базар. Следующий трек, Hurts, мы слушали, конечно же, сейчас давайте заценим его сразу с клипом. Потому что мы его уже слушали. Тейп везде, да? Опять тейп везде. И здесь он, и в треке, и на фите.
Он есть просто везде. Let's go! Да. Почему ты с ним, а не со мной? Мне больно, ведь сейчас с тобой тусуется другой. Я говорю ей, иди, мне нужен покой. Я снова вою под луной. У меня траблы с головой, и ты причина. Детка, да я hurt. Running over, это машина. Такой мягкий, да, он вообще прям немного отличается от предыдущих. Я ставлю паузу, потому что есть разбор на трек и на клип отдельный, если что, кому идите, смотрите. Да, мы просто посмотрим и пойдем дальше. Я заливаю for это тусина. Я не знаю, что ты слышала, но я могу сказать, это неправда. Я не могу любить этих шалов, ведь я люблю только тебя, и это факты. I can't love no hoes. Я словно Santa Claus, в пакете много соус, а вокруг много hoes. Let's go. Все, ему нужен покой. Поэтому не беспокоим, а идем дальше. Зутет. Слушай внимательно, что это такое. Фьючеринг Яникс. Продюсер by Ziplocker. Let's go. Интересно. Интересно. О, Life of Garments, да? Let's go. Зутет. Сосунок, что-то базарит про меня. Ой, береги свое лицо. Вся моя банда тусует на стиле. Я могу вообще не дропать ничего. И моя сука одет вся в силен. Но я не покупал ей этот шмот. Каждый мой дроп их качает так сильно, как будто в океане был шторм. Мы с Глоком ровесники. В наряд прижмет его, будто под прессингом. Везем его к Польшу, в Хельсинки. Давай мне топ за мои песенки. Гуляю так жестко по этим вампирам. Я иногда чувствую себя Ван Хельсингом. Прыгают новенький GLX. Походу, что он цвета персика. Да, я могу быть Кеном для этой Барби, но точно не Карсоном. Хочешь мои кроссы, но это кастомно. И мой шутер ща гоняет с пропеллера. Поэтому многие путают с Карлсоном. Мне нужен Гойердек. И Кех дерзкий в этом треке. Я макал твою сестру прямо в конверсах. Бы ее первый раз был с Яниксом. Лего, хоть не цыган, но зови меня бароном. Твоя СП меньше моих налогов. Для меня ты мал, иди работай. Если я буду долго писать бара, то некому будет факать твою сеньору. Да, мои вивис, будто диоды. У меня есть свек, это вне моды. Чувствую себя, будто еще в столовой. Эти биточки оплачиваю проду. Делаю коктейль смолою. Всеми слюни мешаю в ее горле. Пацаны VIP, боссы. Перед их никами ставится B.I.G. Я выступаю и под ногой лифаки на депозите. Единицы и нули. Мне нужна сука с большой буквы S. К этим битам добавляю куплет. Именно так получается хлеб. Я не курю, но в лопатнике кэс. Еще один кэс и печатаю стек. Я будто принтер, да, не буду работать, если бро. Вы не дадите бумагу мне. Сосунок, что-то базарит про меня. Ой, береги свое лицо. Вся моя банда тусует на стиле. Я могу вообще не дропать ничего. И моя сука одет вся в силен. Но я не покупал ей этот шмот. Каждый мой дроп их качает так сильно, как будто в океане был шторм. Охуеть просто. Короче, хочу сказать вам так, что вот с момента, когда Яникс начал пробовать, так сказать, себя вот в новейшей школе, вот сейчас уже, я не знаю, когда записаны были эти треки, сейчас вот в целом вот последние вещи, которые мы слушаем, пиздец, он адаптировался. Все, он уже вкатился в эту музыку, да, потому что как бы, ну, он рос на другой музыке, делал другую музыку, и, соответственно, мы сейчас начинаем слушать некоторые вещи, и они как бы так, ну, не отсюда, не то, как-то вот, блядь, как знаете, типа,
этих, как они, блядь, Саусайдов, да, блядь, слушаем, и кто там из них? Суисайдов. Кто-то один охуенно залетал на новые биты, а кто-то вообще не мог. Флоу сумасшедшая, техника ёбнутая, а музыку не слышит он эту вообще. И получается рассинхрон жесточайший. Помните, да? Вот. Да, Бен и Мичи. Я не помню, кто из них... кто из них лучше залетал, да? Не помню. Да. Не, подожди, какой, блядь, Мичи? Да не, вы чё, блядь, Руби? Вы о чем говорите? Бену Мичи, это Хомисайда вы имеете в виду? Короче, ясно. Вы Хомисайдов. Я имею в виду Suicide Boys. Нет, не Хомисайды. Нет. Короче, все в порядке, друзья. Шов лома снарядом слишком дерзко. А, бля, бро, да, это просто... Они поняли, что я с инстасамкой, да, хуйню сделали, короче. И такие, блядь, надо РСТ рекламировать срочно. Банк, блядь. Да. А, поэтому такое. Так. Да, они думали, что речь про этих хомисайдов. Нет. Другое. Короче, ладно, кто понял, тот понял, да. В общем, есть ребята, которые очень сильны, делали очень хорошо, долго, и у них очень выточенная техника, они начинают прыгать на супертрэп, тот или иной его разновидность, да, там, и тайпопим, все что угодно, и получается хуйня. Вот, вот этот куплет Яникса, наверное, один из вообще лучших, который я слышал, да, вот, на новом звуке. Это очень пиздато. Очень пиздато. Очень-очень пиздато. Скрим Руби. Я не вспомню, бро. Я не вспомню, кто. Вот мы альбом разбирали, я не вспомню, кто. Но один прям очень хорошо попал. Второй вообще. Вот он вроде читает, быстро все, йоу. И вообще не в музыку. А здесь прям охуенно вообще. Прям уровень. Уровень вообще, уровень. Спасибо, это очень кайфово. В целом, сильная песня. Смотрите, что у нас получается. У нас действительно очень крепкие песни. Данкерк. Такая песенка, да, непростая, не бросовая. ББ с Будой, ебать душная. Но учитывая, что мы все-таки разобрались, какие были разнообразия в первом припеве, какие лютые вообще во втором припеве, как они сложно шли, что они там ставили, делали. Хёртс при этом, да, тоже с клипом раскрывается так, в целом норм. Мне лично норм. Как бы, ну, просто норм, да. Купол, самая понятная долбежка, вообще круто сделан. И то там постарался сделать разнообразие, чтобы это не было душно. С тейпом круто по партам, но с точки зрения там припева не особо. Тейп дико удивил. Короче, гости пока вообще выдают жестко. Будда сделал очень круто оба своих парта. Яник сделал очень сочно. Тейп сделал несвойственно круто для нового стиля. Как будто я вообще ни разу не слышал его на таком, на всем этом рейдже. Я ни разу не слышал тейпа таким. Остались вот только его ребята, да. Бисол и Джей Тим, да? Пиздец, гости пока выдают. Кайф, кайф. Да, можно еще раз куплет Яникса? Я иногда чувствую себя Ван Хельсинг, прыгаю в новенький GLE. Хотя куплет Токси тоже неплохо. Да, я могу быть Кеном для этой Барби, но точно не... Я не скажу, что типа Токси сделал плохо. Просто вот мы слушаем альбом, и вот он на качестве идет. Он очень точно работает с ритмикой, со своими ритмами, с разнообразием, прям выдрачивает, он же такой, прям именно вот ему нравится докопаться, он любит музыку, он как бы гик, да, этого дерьма жесткий. И все норм, мы такие, ну да, мы привыкли, охуели, разбаловались, и зим таким, понятно. Вот, а тут просто залетел Яникс необычный, поэтому... Арсеном учишь мои кроссы, но это кастомно, мой шутер ща гоняет. А, единственное, что конкретно хочу заметить, в этом треке сильно отличается текст, такой прям level up, да. Вот если в некоторых треках просто достаточно поверхностный флекс, там, блядь, Баленсиага, Рики, Хуики, окей, да, то здесь прям у нас вот постоянно, да, фальшиво, Кельсинги, да, они зато мои песенки, да, вот под прессингом, цвета персика, с Карсоном, да, с Кеном, блядь, но не Карсоном, да, хочешь быть Карсоном с пропеллером, поэтому многие путают с Карлсоном. Наверное, еще пару баксов там, такой, да, вот, вот Карлсон нам, пару баксов там, прямо в конверсах, с Яниксом, пиздец, еще отсылочка на эту строчку, да, первый раз, на мне были конверсы, когда этих снять, у меня было, я сказал, оставь их, да, с
Кеном GLX, походу, цвета персика. Да-да-да, то есть тут такой, короче, да, он прям. И не просто ради рифмии, а прикольно наваливает. Сильный трек. Проходников пока реально нету, как таковых. Пропеллера, поэтому многие путают с Карлсоном. Мне нужен Goyardback. И еще пару баксов. Я макал твою сестру прямо в конверс. Вы ее первый раз был с Яниксом. Лего, хоть не цыган, но зови меня бароном. Твоя ЗП меньше моих налогов. Для меня ты мал, иди работай. Если я буду долго писать бара, то некому будет факать твою сеньору. Да, мои вивис, будто диоды. У меня есть своя, это вне моды. Чувствую себя, будто я сейчас в столовой. Эти биточки оплачиваю проду. Делаю коктейль с малого. Всеми студии мешаю. Пацаны VIP, боссы, перед их никами ставится B.I.G. Я выступаю и под ногой лифаки на депозит единицы и нули. Мне нужна сука с большой ВВС. К этим битам добавляю куплет. Именно так получается хлеб. Я не хорошая подложка бэк-вокала пошла. Вот отсюда. Я будто принтер не буду работать, если вы не дадите бумагу мне. Охуенно. Вот здесь хорошая подложка, отличная пауза здесь была. Супер. Да. Отлично дублирует ритмы. Бля, как робот вообще идет. Яникс молодец в этом треке, очень крутой. Сильный трек. Охуенный трек. Я даже не знаю, что забирать в плейлист реально здесь. Сложный вопрос. Следующий трек. Гили. Let's go. Я залезел в ЦУМ, потом ДЛТ, купил себе гиль. У всех этих хейтеров с меня горит, будто обились чиль. Не подпишу с вами контрактов, дайте мне на руки, милый. Из этого трэпа без контактов, будто лилузи из филь. Когда на сцене и зал, точно могут слышаться крики. Сука, домой тройкой зад, ну точно нужна будет кики. Хочу себе бейс-трак, джей-лихар. И ровер, чтоб делали бип-бип. Парень, твои пацаны у меня на мишень. Я скоро им сделаю рип-рип. I just pull up in a lag, girl. Да мы up, yeah. Baby, знаешь, что я up next. А ты down, yeah. Сука, хочет со мной секс-секс. Give me love, yeah. Мои цацки, это блеск-блеск. Твои кал, yo. Сказал, baby, don't you stress-stress. You're so young, yo. Давай поднимать нам рекс-фрекс. Run it up, girl. Я залезел в ЦУМ, потом до ЛТ. Купил себе гиль. Я залезел в ЦУМ, потом ДЛТ, купил себе гиль. Я залезел в ЦУМ, потом ДЛТ, купил себе гиль. Мягенький тоже трючок, понятный, да? Будто обились чиль. Не подпишу с вами контрактов, дайте мне на руки. Текст такой флексовый, легкий, да. Из этого трэпа без контактов, будто лилузи из филь. Когда на сцене и зал, точно могут слышаться крики. Сука, домой треку и зад, тут точно нужна будет кики. Здесь он дублирует ритмику. Ровер, чтоб делали бип-бип. Парень, твои пацаны у меня на мишень. Я скоро им сделаю рип-рип. Да. Короче, по понятности, так сказать, да, потому какая вот ровная песня, типа купола, только купол более разъебистый и звучит лучше по свидосу, как будто бы. Здесь ровненько, все четко сделано. Не знаю, могла ли это быть песня прям вот с каким-то большим хитом в принципе, да, вот как ее не реализуй. Не знаю. Он сделал хорошо, но сама по себе песня, ну, как будто просто норм. Тут вот начинается, да, у нас вот, как вот мы привыкли в этом релизе. Флекс, Рич Флекс, вот такая тема. Очень много стараний по реализации тактов. Прям вообще не проебывается, слышит все. Угу. Разнообразие дает, голосом дает разнообразие. Интрушечка у нас есть. Куплетик, бриджик и припев. То есть довольно понятный трек, ровный. Хорошо соткан. Сказать, что хочется добавить его в плейлист или переслушивать, как будто бы нет. Но сказать, что это руина, типа, или как-то плохо сделано, я думаю, что это будет нечестно к этому треку. Ну-ка еще раз. Интруха интересная есть, да. Я залезел в ЦУМ, потом до ЛТ, купил себе гиль. У всех этих хейтеров с меня горит, будто обились чиль. Подпишу с вами контракт. Может быть, тихо капа стоит. За счет этого кажется, что трек такой тусклый. Как будто бит немного забиваете. Немножечко. Дайте мне на руки, милый. Я
Из этого трэпа без контактов. Да, немножечко. Будто лилузи из фильма. Мы с Глоком ровесники. Фнарят прижмет его, будто под прессингом. Везем его к Польшу, фак Хельсинки. Давай мне топ за мои пи... Как нехер скинет джинсы, я как нефер. Топаю жопу. Когда на сцене зал, точно могут... Немножечко из-за этого, бро, создается ощущение проходника. С видос, да. Слышатся крики. Сука, домой дрейку и зад. Ну точно нужна будет кики. Забивает немного бит тебе. Чу себе бейс, чувак, джейли хард. И робишь, чтоб делали биби. Парень, твои пацаны. Биби. Охуенно. Биби. У меня на мишень. Я скоро им сделаю рип-рип. I just pull up in a lag, girl. Да мы up, yeah. Baby, знаешь, что я up next. А ты down, yeah. Сука, хочет со мной секс, секс. Give me love, yeah. Мои цацки, это блеск, блеск. Твои кал, yo. Сказал, baby, don't you stress, stress. You're so young, yo. Давай поднимать нам рекс, фрекс. Run it up, girl. Я залезел в ЦУМ, потом до ЛТ, купил себе гиль. Я залезел в ЦУМ, потом до ЛТ, купил себе гиль. Я залезел в ЦУМ, потом до ЛТ. Да-да-да. На концерте сработает этот трек вполне. Особенно вот в этом моменте. Угу. Залезел в ЦУМ, потом до ЛТ, купил себе гели. Залезел в ЦУМ, потом до ЛТ, купил себе гели. Да, я попёрли. Угу. Да-да-да-да, нормально. Флексовый, легкий, ровный трек. Угу, молодежный. Прикольно. Ничего особенного. На классе, с точки зрения реализации структуры, с точки зрения техничности, на классе. Не проходняк, 100%. Но с точки зрения хитовости и звука сведения, могло было быть лучше. Да, 100%. Эрик Фло. Ну тут битос похитил, похитовее в целом изначально. Вот начало здесь. Агрессивный. Да я могу. Хожу реки, Маджелу машу. На мне блики, я и машу. Не играй со мной, я вывожу. На мой чувствуется гаманту. Говорю про меня как аду. И теперь он танцует в аду. Bitch, you don't know. Я стелю это рекомен слоу. In the hell, I'm ready to go. Suck me up, she ready for more. Give me brain. Казался тебе, это мой brain. Я ломаю дерьмо в это pain. Но я парю, как будто deep pain. Recurrent flow, 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 recurrent flow. Я ворон. Какого хера я ворон? Я один в экземпляре, не другого. Я делаю бабки один дома. Максимум, что ты срубишь $1. Тебе не нужен дым, со мной ли молот. Не допишу куплет, ведь мне похуй. Real пух. Bitch, you don't know. Я стелю это recurrent flow. In the hell, I'm ready to go. Suck me up, she ready for more. Give me brain, казался тебе это мой brain. Я ломаю дерьмо в это pain, но я пою как будто deep pain. Что ты там про меня сказал? Жестко, бро, да. Ёбнутый концертник еще один. Угу. Вот это вот либо зафорсится, да. Либо оно идеально будет на концерте работать. Угу. Дурачение, да. Дурачение, агрессивное. Но разное. Разный альбом. Разный альбом. Угу. Гилли, да. Одна история. Рик Фло, вообще другая. Херц, такая история. Зутет, вообще тоже. То есть, если есть люди, конечно, для которых, ну, типа, знаете, как для там некоторых людей, все грузовики это КамАЗ, то для некоторых людей вот это все будет однотипно звучать. Но по факту здесь и даже стили музыки много разных. Ну, поджанров, естественно, субжанров. Поэтому я думаю, что да. Это как бы... интересная тема. Да, это как про альбом. Да, вот очень хорошее сравнение. Но на самом деле у Ромы 163-го у него даже было больше однообразия, хотя там был очень разнообразный Детройт, очень разнообразный. А здесь его еще больше. Поэтому это прям, ну, очень прикольно.
Рик Флоу, конечно, ёбнутый трек. Бля. Да я могу, хожу Рики Мартин вашу. На мне блики, я и машу. Не играй со мной, я вывожу. Намочил свою цепь. Ничего, дерзкие либо. Они такие же авторские, как наш мерч. Да. Но звучат охуенно. Так же, как наш мерч выглядит. Команду, говорю про меня как аду. И теперь он танцует в аду. Bitch, you don't know. Я стелю это рекомен слоу. In the hell, get I'm ready to go. Suck me up, she ready for more. Give me brain. Казался, где это мой brain. Я ломаю дерьмо, but the pain. Но я знаю, как будто deep pain. Recoin slow, 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 recoin slow. Я ворон. Какого хера я ворон? Я один в экземпляре, нет другого. Я делаю бабки один дома. Максимум, что ты срубишь один доллар. Тебе не нужен дым, со мной ремолот. Не допишу куплет, ведь мне похуй. Real пох. Bitch, you don't know. Я стелю это recoin slow. In the hell, get I'm ready to go. Круто, что душить не стал здесь. Бля. Я ломаю дерьмо, but the pain. Но я пою, как будто deep pain. Чё там про меня сказал? Мощный трек, реально. Бля, мощный трек. На день. На день. На день. А, окей, блядь. On day. На день, а день, да? На день, на день. На день, пожалуйста, на день. Слушай. Слушай внимательно. Давайте, пацаны, let's go. Там и в клуб, там и в клуб. Поехали ко мне в отель. На ней новая сумка Шанель. Вся Москва мечтает о ней. Но на грудь, yeah. У нас и не будет детей. У меня таких сотни блядей. Мне нужна эта сука надеть. Сипуаки. Поставил дымку на плей. И со мной еще твоя бей. Его очень долго, как будто дилей. Я попую транки. Я бы выпивший во мне это лень. Она извиняется мной. Тот парень, он тупо олень. Не нужна эта сука на день. Купила Рики, сука, одень. Ты неудачно. Сейчас слушаешь гадюка гень. Покажи, сколько ты сделал за день. Я делал много еще, но мне лого. Двух огроменных, бля, гадюка звень. Надеюсь, ты понял про Гуччи ремень. Мама не бей дабл-дабл everyday. Главное дело это дредди уэй. Раньше мол рэп был дрэш, теперь пельмени. Каждый день в зале дамы heavy weight. Hold up, you gotta wait. Нам не все рэки, that's all that I wait. Я сливаю суку, как будто я гей. Я делаю волны, как будто я мэй. Я пионер звука, но я не диджей. Я гоу, то-то олень. Я ролю тот сплив, хотя не лень. Лил бой, ты бразобень. Они все дауны, я как Олег. Я как Олег. Много монет, ты считаешь момент. Считаешь момент. Бре-бре-бре, поем пистолет. Ты знаешь мой name. Лил бой, вы не гей-гей. Надо блететь, да. Я ролю all day, я ролю all day. Сделал ей комплимент, делает меня. Просто придурок, если думаешь, что ты мой кент. Но ты не мой кент. Лил бой, но ты не мой кент. Там и в клуб. Поехали ко мне в отель. На ней новая сумка Шанель. Вся Москва ща мечтает о ней. Но на грудь, yeah. У нас и не будет детей. У меня таких сотни блядей. Мне нужна эта сука надеть. Сипуаки. Поставил дымку на плей. И со мной счет твоя. Очень постарались они разнообразия. Очень постарались. Я попую транки. Я бы выпивший во мне это лень. Она извиняется мной. Тот парень, он тупо олень. Есть нюансы, короче, есть нюансы. Очень постарались ребята его. Да. Очень постарались его ребята здесь. Но есть нюансы в этих треках. Свидос не совсем удачный. Чисто звучит Toxis. Глухо звучит очень Джим, Тим. Прошу прощения, Джей Тим, да. Очень длинный припев. Второй раз не заходит. Долго слушаем. Очень разнообразия много.
Очень сложные парты они дали. То есть они реально постарались. Вот это вот все, да. Вот здесь, тут. Все быстро, медленно. Очень сложно. Ёлки-палки. Да, даже душнее, чем у Токсиса, значительно парт. Да, вот, допустим, у Бисоула очень сложный парт в реализации. Пиздец он написал. Просто есть момент, что интересных аспектов, каких-нибудь острых, да, маломальски, не особо, к сожалению, вот здесь, да. Достаточно такая грязюка прямая. У нас не будет ее, у меня таких сотни бледей, сука, на день. Демку на плей, со мной сейчас твоя бейба очень долго будто делать. Вот это прикольно, ну как бы ок, норм. Папа Транк, Сипой Уок. Ок. Ок. Тот парень, он тупо олень. Он изменяет со мной, знаешь, в лоб слишком. То есть, естественно, понимаю, что это ритмика ориентированность, именно рисунок, чтобы был красивый. Как здесь, да? То есть тут прям ебануться разнообразие, прям как типа в треке с Буддой, да, вот у Токсиса. Угу. Хм. Все попал, знаешь, my name, любой на ганге, вот стадо бледей, дей. Роли all day, роли all day, сделаем комплимент, делаем мне нет, просто придурок сидор. Тоже, да, по тексту там. Роли all day, сделаем. Здесь еще больше идет структура ориентированности в ущерб тексту. То есть из интересных моментов очень круто, вот где у Токсиса с Яниксом. Там по тексту прям интересно поперли. Но тут они решили показать по звуку качество, чтобы не было ощущения того, что они уступают, да, типа, или они там просто там трек с друзьями, да. Нет, типа, они артисты, и все круто, они задумали. По свидосу не лучшим образом. Они звучат все по-разному. И от этого припев кажется, то, что он тусклый по звучанию, он кажется длинным и душным. Вот в целом, да, в целом в альбоме не лучшим образом сделана история со свидосом. Скорее всего, все это записывалось, ну, в разное время и на разных студиях, и поэтому есть ощущение того, что работа не целостная. Даже в рамках вот фитов каких-то, да. Причем фиты, допустим, с тем же Яниксом, с тейпом, с Буддой, они звучат лучше, да, они сведены. Я не знаю, в чем проблема здесь, почему так получилось. Ведь они нормально надавили, да, в целом. То есть нету какого-то фейковости, какой-то еще что-то. Да, глуховато звучит припев, как бы, и от этого Токсис звучит ярко. Холо, лото, бит, да. Сделай, как будто я делаю волны, будто я мэй. Волны, будто я мэй. Ну, это явно не Мейс Овервотча, да? Да, она по-другому пишется. Базера. Угу. МБ не вместе писали. Да, 100%. 100%. Да-да, Мэй Вейвс, да. Да. Волны Мэй Вейвса. Блядь, не застали альбом, к сожалению. Да, мне тоже очень жаль. Хьюго Лауда я хотел послушать Мэй Вейвса, и мне интересно было послушать, да, даже Трувера тоже. Не успеваем ни хера, короче. 300 альбомов послушали за год, 20 с лишним за ноябрь, и все равно ни хера не успеваем. Вот. Короче, задумка была хорошая. На мой взгляд, здесь после этого куплетика можно было сделать какой-нибудь бриджик, причем Тим мог сделать, да, бриджик, и укоротить припев, и сделать какой-то аутро еще, чуть побольше разнообразия. Возможно, это звучит так за счет свидоса, но в целом припев длинноватый, душноватый. Самый разнообразный парт — это у Бисоула, лучше всего сведен и реализован у Токсиса. По тексту надо дорабатывать немножечко. И по звуку самое главное. Все, в остальном вот так вот свели, как Токсиса. А свидос под его голосом еще подошел к голосами. Нет, глуховато звучит, и все. По-другому, просто по-другому. Вот так вот. I don't know, да? IDK. Слушаем внимательно. Заключающий. Whiprix. Bang Tozy. Завершающий трючок с релиза. Я
что хочу. Я делаю, что хочу, но я хз, что хочу. Я делаю, что хочу, но я хз, что хочу. Я делаю, что хочу, но я хз, что хочу. Я делаю, что хочу, видел ваш гэнг, я хохочу. И все равно на этих клоунов лучше пойду прикуплю Джимми Чу. И все равно на этих клоунов даже бы близко с ними не хочу. Мое запястье влажное, капли на нем, и я им ща кручу. Running around in a cool. Делаю зум, не видя себя как шут. Or we gon' shoot. Hold up the lamb, but I swerved it. Мы делаем шум. Бич, это окей, бат, я насадил его на штык, и теперь он танцует. Кранк, бич, I'm like, what the fuck, Фурилис опять лишь всех разочарует. Фак, сука, ты не мой брат, не вообще хз, кто с тобою тусует. Блять, я живу как не в кайф, меня твое мнение не интересует. Я делаю, что хочу, но я хз, что хочу. Я делаю, что хочу, но я хз, что хочу. Я делаю, что хочу, но я хз, что хочу. Я делаю, что хочу, но я хз, что хочу. Я делаю, что хочу, но я хз, что хочу. Я делаю, что хочу, но я хз, что хочу. Я делаю, что хочу, но я хз, что хочу. Я делаю, что хочу, но я хз, что хочу. Мне нравится то, что как бы Токсис, он сразу откровенно говорил, да, что типа вот я вот вдохновился, да, там, New Jazz, Lunchbox, Respect и все такое. То есть это идет изначальная ориентировка на то, что вот типа вот мне нравится этот звук, я его очень круто интерпретирую, я его очень хорошо делаю, я его стараюсь делать максимально качественно. И Type, да, и New Jazz, и Lunchbox, как бы все вот ребята, на которых они равняются. Очень круто. Очень интересно. Такое, короче, интерпретация, да. То есть, вот сколько раз мы говорили, да, уже в целом о релизах, о становлении артиста. Сначала человек максимально вдохновляется чем-то, он очень похож и тембрально, и в целом даже иногда перепевает какие-то песни. Там это начиналось со всех, я не знаю, там наши артисты, там Каста, которые переводили Wu-Tang, да, полностью, там и Оксимирон, который был похож на своих немецких, да, рэперов, Кусаваш и прочее. То есть, всегда так происходит. Потом со временем вырабатывается айдентика какая-то. То есть ребята не отрицают, да, они там втихую ничего не пиздят, они говорят, да, мы вот вдохновляемся вот этими ребятами, вот на эти песни мы как бы делаем охуенные омажи, охуенные, так сказать, переосмысления этих песен, да. Поэтому все кайф. Сформироваться собственный стиль, ну, я не знаю, типа, я думаю, там в 24-м хуй его знает, получится ли такое. Наверное, даже нет. Я думаю, что если дальше будет двигаться какая-то тема, то это 24-й, конец, 25-й год, наверное, уже что-то будет появляться свое. Им надо будет поработать с ребятами, которые продюсеры, да, тоже молодые, новейшая школа, и которые способны будут вывести из всего вот этого звука, который есть, да, выводить что-то свое. Потому что продюсеры дают свой звук, на этот продюсер вместе с артистом начинает залетать, и вот уже там что-то выдумывают. Сейчас его задача показать пиздато этот звук здесь, адаптировать. Вести речь о том, что это там что-то старое, еще чего-то, блядь, там пару лет, этому пару лет. Супер трэповое звучание, в данном случае субжанры большие, дарк трэп, электроник трэп, E-Type, Opium, да, этот New Jazz, все это оно. Электроник трэп так или иначе переосмысленный. Поэтому, на мой взгляд, это охуенная история, что они это делали. А паузы нам, да, надо сбить влажные капли, не имеешь помощи. Да, паузы здесь определенные. Угу. Да, вот я думаю, что вот Гемини, да, если вот он объяснит, почему так сведено, почему по-разному звучат вещи. Где-то звучит охуенно, Джемини, да. Почему по-разному звучит оно? Бушедожо был. После этого альбома я схожу поем. Да, я никуда не тороплюсь, если вы торопитесь на Ютубе, подождете, если что, да. Я поведу похаваю спокойно. Этот альбом уляжется, обдумаю об него, про него, да, и, соответственно, приду, буду слушать дальше. Так. Так. Бля, прикольно, реально. Припев. Припев по исполнению, содержанию, бля, полностью заимствован из трека Lunchbox Want. Which I can do what I want, but I don't know what I want. Да. Все, как бы, я говорю, он изначально это говорит, поэтому тут написано даже все.
Супер. Такая вот история, друзья. Чувак заказывал еще в начале. Нет, оно все в очередь становится. Там очень большая очередь у нас. Поэтому спасибо за поддержку, но разбирать будем попозже. Чем хочу сказать от себя? Технически очень сильно реализован. Моменты какие-то со Свидосом были у разных партов. У Токсиса сольные треки, у ребят у некоторых. В целом это да. Это, короче, просто очень хорошо реализованный Just Do It. Вот и все. То есть он закрывает год сильными песнями в том жанре, который его стал родной в 23-м. Это не так, что он в 21-м. Вот не хочу душить, да, не хочу душить тейпы ни в коем случае. Мы уже все сказали, что думали по этому поводу. Но это не так, что он открыл это, типа, вот в 19-м году, он это все делал, и в 23-м году он нам дал то, что делал в 19-м. Это не так. То есть он нам дал то, что вот он дал нам в 23-м. Вот он залетел, и вот он закрывает год. Если бы он дал нам это весной 24-го, он бы передержал. Вот 100%. Да, это весной 24-го, мы уже такие, блядь, чел, мы это слушали в 23-м. А вот сейчас это давая, на всем этом вайбе танцев, флексии и прочего, как будто это то, что надо. Не знаю, типа, я не могу ждать от него историю, там, Скриптонит 7, да, например. Или Сими холодно, Сода. Нет. Или Лок-Док там, да, он, блядь, вы о чем? Типа, это молодой пацан на максимальном острие звучания, да. Поэтому это то, что надо. Это то, что надо, реально. Это то, что надо. Крутые песни. Тяжело даже что-то выбрать для плейлиста. Хороший альбом получился, удачный. Так, интернет нет, прямо как Дункер. Ты не можешь делать бабки, ты нищий. У меня слишком. Да, очень много уделено внимания адлибам. Разным. Очень много уделено внимания смене, контрастам и точности реализации. Угу. Даже в этом треке, происходит то, вот о чем говорили при разборе Будды, да, пох вообще альбом, Pox Wave. Вот он старается напевки свои фирменные, вокал, да, как бы показывать даже вот в звучании в E-Type, когда он работал с ним, да, на тречках своего альбома, то есть Буддиного альбома, здесь то же самое. Тейп нам показал, в принципе, то, чего не было раньше. Поэтому тут мы просто охуели, я в данном случае, и все, да. И сказал спасибо, что живой, что ты вот умеешь делать вот это, и где, блядь, все это было, да. И надеюсь, это все будет. Если это будет у нас в конце 25-го года, тейп такой, йоу, я вам готовил 3 года, блядь, 2 года, или 26-го, да, и такой, оба! То, что вот здесь у нас есть на альбоме, мы такие, бля, бро, можно пораньше на 2 года. Если он это нам подготовит до середины 24-го, будет заебись. Альбом такой, да? Купол. Не хочу добавлять трек Купол, потому что как бы он крутой, вопросов нет. Но он слишком простой для того, чтобы его добавлять, реально. Сейчас. Какой из них, блядь? Рик Флоу тоже. Я думаю, что я Рик Флоу добавлю. Очень крутая работа на экспрессии. Отлично вообще. И так. В наряд прижмет его, будто подпресс. Мой шутер, кто некому будет факать твою сеньору. Да, мои вивис, будто диоды. У меня есть свек, это вне мой. Единственное, что вот по поводу бесится, да, припев не особо. Из цветочков, с Будды или с Яниксом? Бля, ну Яникс разъебал, конечно. С точки зрения плейлиста и репетативности, на мой взгляд, трек с Яниксом удачнее. Он короче, там нет интро, там нет такой трехминутной структуры. Трек охуенный с Буддой, вопросов нет. Но с точки зрения плейлиста и репетативности, как будто Зутат решает. Вот каждый мой дроп их качает так сильно, как будто в океане был шторм. Мы с Глоком ровесники, в наряд прижмет его, будто под прессинг. Да, короче, Рик Флоу и Зутат. Я думаю, такая максимально в тему вещь, да. Скипаться не буду эти треки. Реально.
С тейпом, крутой парт от тейпа, интересный парт от Токсиса. Купол, разъеб, концертник. С Будой шикарный трек, но он очень сложный. Сам по себе очень сложный. Очень большая работа там была сделана. То есть он такой прям магнум опус по душности, сложности и, блядь, такой целостности, да. И интруха с людьми. И работа, блядь, с четверками в разных припевах. Ебануться, типа. Сколько там поменено всего. И Поланд, чё только нет там, блядь. Но это жестко. То есть просто, типа, знаете, это по большей степени вот смотрите, что мы можем, да. И по звуку, и по реализации. Вот оно. То есть такая, типа... Если это оценивать, да, по структуре, по реализации, там как будто будет все на максимуме. Ну, кроме структуры, на мой взгляд, 9 я готов поставить там. Все-таки субъективно за счет того, что мне кажется, вот чуть-чуть вот передушили. Хотя, учитывая, что они там показали в припевах. Ладно, я уже начинаю сам с собой рассуждать. Гири тоже, да? На сцене зал точно могут слышаться крики. Да, ровная песенка, понятная. Чуть подвытянуть имело смысл этот, да. Ты все равно на этих волнах. Да. Вот так вот. Да. Да. Первый трек самый имбовый. Слава богу, я пока что не умер. Гоняю на Bentley Benz, где же бумер. Пример для молодых. Ты дропнул альбом, но был не услышан. Ты дальше не будешь, если едешь тише. Могу тебя скрутить, как будто ты свишен. Мы курим кальяны, да мы курим шиши. Мы курим кальяны, а ты куришь жижу. И даже в очках я тебя не увижу. Вот такой рэп слышу. Вот такой рэп слышу. Армани на теле, Баленси на теле. Она хочет встречи, но я уже хорни. Я уже в отеле, я уже в отеле. Готов распустить в ее землю корни. Не факуй с вами. Сколько треков у нас... сейчас, сколько треков у нас от Токсиса? А, у нас один вандал... А, нет, еще... Да, вот это новый. Короче, учитывая, что у нас один вандал в плейлисте, потом фиты... А, два фита у нас. Turn Up и с плохим парнем, да? Turn Up и забыл цифры. Да, забыл цифры. Крутой трек. Я думаю, что сольный трек я бы добавил. Если сольник добавлять, еще один сольный трек. Сольный, это не купол. Ну, не хочу. Он крутой, но простой. Гили, I Knock No, Dunkirk, я думаю, да. Дюнкерк. Угу. Дюнкерк. Заберем Дюнкерк еще. Я думаю, что да. Не, Рик Флоу, 100%. Рик Флоу уже забрано, да. Рик Флоу, Дюнкерк и фиточек с Яниксом. Да. Он самый целостный. Самый целостный. Базар, базар. Конечно, есть у нас, да, это уже история. Вот он, да. 5 баллов тут железно. Давайте обсудим. Реализация 9 баллов. Да. За счет свидоса в целом альбома. Реализация ёбнутая. Вот в тактах, да. В том, как Токсис справляется с этим всем. Вот даже жалко ставить 9 баллов, честно говоря, потому что очень круто он отрабатывает сам свою ритмику. Прям пиздец. То есть он очень чувствует свою музыку. Да. Индивидуальность харизма точно 10 баллов. 100%. Очень узнаваемый дико тембр. Отлично отработали гости. Все. Да, в реализации мы даже вот B-Soul, да, Team, мы, соответственно, все это убрали. Все, что касается свидоса, да. Все, что касается харизмы, они там выдали очень хорошо. Гости, именитые, так сказать, да, Яникс, Тейп и Будда вообще разъеб сделали. Он сам сделал очень сложное звучание. 10 баллов, точно, реально. Угу. По рифмам образом то же самое, есть разные вещи. Если как с Яниксом, десятка, точно. Если как репрезенты стандартные, там 8, типа. 8-9 баллов. 8-9 баллов. 8-9-8, наверное, в целом совокупность. Наверное, 8-9, да. 8, наверное, да. 8, 8. Ну, вот так, короче. Может быть, так, да. Я думаю, что так. 8-9, да, 8-8, наверное. Структура, ритмика. Так.
один трек слегка душит структурой, там, где с Буддой решили, разобрались. Бля, ну он очень сильно меняет, очень много меняет. Он внутри каждого трека, ну просто пиздец. Я вам скажу, что больше, чем оригинал, да, то есть ребята на тех, на кого они равняются, не скрывая этого, больше, чем те ребята, да. Те могут душить, бля, километровым партом, и все в порядке, да, типа все норм. Вот как я говорил, ты же там... Тоже сравнивать, если там Вайперов, да, с Lifeless Garments, да, тоже там, блядь, этот с рыцарем альбом я слушал, Lifeless Garments, хуйня вообще, ну, как бы и мне не зашло. Хомисайдов тех же самых, да, предыдущий этот альбом. Не вот новый сейчас, который, а предыдущий. Руина ебаная просто вообще. Хотя там карте, там Хомисайд, все эти Хомисайд, блядь. Поэтому реализация, да, это очень высокая. Я думаю, что 9 баллов я поставлю. Блять, ну вот, структура тоже есть, да, везде. Бля, хочется 10 поставить. Бриджи очень много. С рыцарем биты ебанутые. Да, биты ебанутые, потому что там продюсеры страшные, а на них реализация, как будто я вот слышу больше, прикинь. Вот, блять, больше я слышу, и все. И он дает хуйню какую-то. Биты не реализованы, короче, и все. Так. Блять. Каким образом, блядь. Структура, блядь. 9-10. Сейчас, секунду. Керк, PPSOL, не 10. Купол. Не 10. 1-16. Не 10, точно. Песица. Припев там однотипный. Не, нихуя, 9, короче. 9 баллов. 9 баллов, норм, реально, норм. Атмосфера, вайб. Ближе к пятерке, я думаю. Сейчас. Да выкуп. Можешь делать бабки, ты не... Это разъеб. Чисто теоретически. Это разъеб. Купол. Максимально понятный трек тоже, охуенный. Бесится. Смотря что, да. Куплет Токсиса и куплет Тейпа 5. Припев 3,5-4. Четверочка, да? Сука, оделся в силен, но я не... Это разъеб. Не подпишу с вами контрактов, дайте мне на руки, милый. 4,5 где-то. Префло 5 баллов. На день 4. I don't know. Что хочу. Ближе к пятерке. 4-5 баллов. Хуй знает. Сейчас, подождите секунду, буду считать. А я делаю проще, я считаю, да, теперь? Просто тупо за все треки разделяю на всю хуйню. Дюнкерк 5 баллов. И 5 баллов. Нет, блядь, что-то пятерок много. Купол. Ну, он разъебный трек, но не целостный, да? 5 баллов я бы не дал, 4,5. Наверное, бесится то же самое, да? Куплет, припев. Это на пятерку, там на 4,3,5. 4,5, наверное. 4,5. Херц 4, наверное. Зут 5. Гили 4. 4. Рикфл 5. На день 4. Окей. 4,5-5, я думаю, да. Хорошая песня. 4,5, я думаю, да. И делим на 10. Получается 4,55. Вот прям, да, вот прям, блядь. Поэтому я говорю, когда вот оно становится в голове, ты такой, бля, а что делать? Ну вот как бы 5 это, да, как бы 5, но по факту это как бы 4-5, да. То есть от 75 до 80 такая оценка, типа 77, да, где-то. 77, где-то 77, да. Да. Буду так же. Да, там точно так же. То есть там тоже очень спорный альбом с точки зрения того, что ставить, да? Там нет крепкой пятерки, там сомнения. Там треки от 3,5 до ебанутых пятерок, да? Типа там Фицплатина и вот еще треки. Поэтому там 4,5 ровно. И там 4,52 получилось. Здесь 4,55. Вот, типа, ну это все-таки 5, да. Вот, блядь, когда такие 4,5, вот
Жалко ставить 5, но если там типа на сайте типа 72, 75, да, вот такая история, окей, бля, принимается, да, принимается. Потому что здесь особо не 5, да, 4,5 это реально. Такая история. Также вот я говорю, также та же история, как у альбома Оджи Будды, да. Там нет пятерки чистой, там вот 4,5, блядь. Да, поэтому вот 76, 81, вот как-то так, да. Такая история. Ну, учитывая баллы, да, 100% альбом месяца. Короче, реализовал он то, что хотел. Реализовал то, что это первый у нас альбом месяца, получается, на декабрь, да, мы номинируем. 10 числа будет у нас номинация за ноябрь, если что. Там километр, количество километров. 81 балл. Бля, высокий балл получился, жесткий. Облога, что по облоге? Облога ничего, кстати. Облога ничего, кстати. Слишком много как будто. Из-за множителя, бро, понимаешь? Просто надо быть последовательным. И если я, соответственно, в работе, где я сомневался, поставил 5 баллов, то там, возможно, надо было в альбоме Будды тоже стоять 4 балла. Такая история. Такая история. Облога? Плюсы. Если берем в номинацию, минус, если нет. Ну, это нечестно, да, будет. Тут же много ребят, кто пришли послушать Тематоксиса. Ух, ебать вы задушили. Страшные люди. Все, я понял. Не продолжайте, не продолжайте, не продолжайте. Я понял, я понял, я понял, я понял, я понял, я понял. Ебать, окей. Давайте глянем, что происходит вообще. Да, что здесь происходит? Ну вот это принимается, это пиздец жестко. Три, прям у всех три, да? А чё, почему? Почему, чё не так? Неплохая работа была сделать, что-то новое получилось, стрим прикольный, конечно. Да, хочу забайтить, да, Токсиса на регистрацию. При регистрации на сайте, соответственно, рецензии, которые наибольше понравились, могут выглядеть следующим образом. Соду показываем, да, вот Maybe Baby можно показать еще, соответственно. May, да? Uh-huh. Да, то есть вот на этом релизе, соответственно. А, тут нет этого, да? Сейчас. Да, здесь нет все-таки сообщения, да. То есть можно написать свое сообщение здесь, да, мысли по поводу альбома, и оно будет закреплено вот здесь. Здесь вот Сода писал, потом Мидиксы писали тоже, да, еще на этом. Оно будет закреплено, это мнение автора, соответственно, да, вот здесь тоже писали ребята. Вот такое достаточно объемное, да, мнение по этому поводу. Вот они, артисты, продюсеры. И, соответственно, можно выбирать рецензии, да, которые по кайфу, и ставить авторский лайк. Авторский лайк. Вот, если вдруг будет по кайфу какие-то рецензии, которые понравились. Так, давайте посмотрим. Жестко, да, жестко. Ламтишка, настоящий джаз дует. Ну вот, вот, да. Это настоящий джаз дует. Это база. Очень хороший альбом, но сильно прокачался с прошлого релиза. Получилось бомба, быстро пройдусь по трекам. Слишком много разных ритмик, поэтому кажется душно. Задушил, да? Да, крутой припев, второй куплет, то все, мне понравился, в целом 7. Мало, да. Спасибо огромное, только что этот альбом понравился, галстук клоун. Дэм, бро, ты прям на стриме, да, ты со стрима, бля, это пиздец, конечно. Я уже забыл про этот галстук на самом деле, ну вот он, да, он здесь есть до сих пор. Да. Рафлянка. Так, очень ждали этот альбом, если я не замыслил выпускать работу. Вот, 9-9, да. Довольно-таки хороший, отличный рифм фитов на этом альбоме, 4-10, Джордж Будда, бейся, да, самый худший трек на день. Самый лучший трек Reflow. Ну, принимается. Понятно, почему. Сугубо лишним. Понимаю, почему, да, бро. 86, 79, 79, 66. Закрепление успеха. Главное музыкальное открытие явления для масс в этом году. Знаю чуть больше года с момента выхода релиза Майндап на фильме Хоффманит. Собственно, так я узнал об Андрее. Который достаточно большой предвзятостью. И, возможно, негативный в каком-то степени. Но это в рецензии я постараюсь быть максимально объективным. Респект, бро, респект. Закрыл на личные предпочтения. Иначе зачем вообще оценивать релиз на этом сайте? Топ! Артист, который, мягко скажем, недолюбливаю, выпускает альбом, я считаю, своим долгом долго разобрать.
8 баллов, текст очень интересный. Неплохо, 8 баллов принимается, реализация стиля 8 баллов, наверное, токси представитель. Первое, жанр не джаз, при этом название не совсем совпадает с тем, что он может показать в таком стиле, он безусловно шикарно его понимает, и взаимопонимание жанра ему точно не занимать. Моменты, не позволяющие поставить что-то выше 8 в данном показателе, же душащие повторения, к примеру, репрезентант, окей. 10 баллов, ясно дело, здесь не мог поставить меньше 9-10, в токси является примером индивидуальности и харизмы. Да, 100%, 3 балла. Наверное, сам Нью-Джаз не располагает крупным релизом в себе. Максимум трек на альбоме в жанре Нью-Джаз, 7-8 треков, больше треков не убеждаешься, 4-5, тренд 25 баллов. Лучший трек Гилли, ДК бесится, дэм, бро, ну окей. Релиз спорный, как все творчество Токси в целом. Мне тоже не сумел найти здесь. Спасибо, бро, спасибо, что даже, так сказать, при предвзятости, да, ты норм прошел сюда. 8-10-45, не бесимся на это. Крепкая работа Андрея показала заявочка на то, чтобы сам Токси стал одной из главных огней, огневых мощей русского рэпа. Спасибо, спасибо. 79, 88, 86. Восхитительно. 74 балла. 69, 90 баллов. Окей. 24 балла. 2, 2, 5, 4. Сделал все в своем, сказать, стиле, хоть изначально он был не адаптирован, неплохо, не могу сказать, что это вау, музыкальная индустрия, вот надеюсь, что это пока середнячок, не сказать, что ждал большего, как будто примерно это. Всем удачи, спасибо. Бля, такой нормальный, нейтральный коммент, да, и такой разъеб. Окей, 71, хейтером слайм, хитмейкер слайм, хейтером, блядь. Слишком быстро читаю. Бесится дунки, отличная прогрессия, спасибо. 5-5, 76, 51. О, бро, респект, вот тебе респект. Смотри, 5 баллов за трендовость. 1 балл, 9, да. Вот, не понравилось максимально, да, но поставил как по базе. Вообще все треки Токсиса мне не зашел ни один. Как и почти все треки от Токсиса, мне не зашел ни один с этого альбома. Вывозит только харизма и трендом жанра. Это хейтер. Но, смотрите, да, объективный хейтер. Харизма 9, трендовость 5, 9 структура. Вот все бы хейтеры были такими, да. Правильный альбом «Сын Плейбой Карти» дал нам меска. Очень зашла эта работа, все треки слушабельные, фит с Яниксом, бомба, база. Непридержанный, недушный, все. Вот это очень правильное слово, на самом деле. Передержав вот это звучание, вообще вот эту всю тему с, вот со всем этим, да, как будто бы было бы уже не то. А сейчас это вот прям, он такой, так, но, на этой истории как будто вот, если нам еще будут давать два альбома в таком стиле, мы скажем, брух. Просто прикольно. Они могут работать. Они могут работать, какие-то синглы, сольные треки, или, допустим, какой-то альбом с тем, что вот есть и такое, и другое, разное, да. 3 балла, субъективно не заходит, да, закрепил звание хотшота. Соответственно, ваша задача закрепить фирменный стиль, показав развитие в плане качества реализации. К сожалению, могу сказать, что получил на этом альбоме. Just Do It, безусловно, взорвал интернет с необычными хитовыми треками, которые вирусились невероятно. Сейчас же у меня есть ощущение, что хотшот не повторит успеха своего младшего брата. Лично для меня Just Do It был более лаконичным релизом, небольшая эпишка, состоящая практически из одних хитов. Несмотря на неидеальную реализацию, мне было очень интересно его слушать, потому что там Токс показал свою самобытность, кучу необычных фишек. Таким похвастаться не может. Вот это базару нет. С точки зрения того, что типа он не дал ничего нового, если ждать что-то новое, да. Да, базару нет. Если ждать что-то новое от развития, от его творчества, то да. Но как будто я не ждал. Потому что, как бы, ну, времени прям совсем, да. По тексту все осталось на том же уровне. Давно привычный модный репрезент. 8-8-7-8. Бля, принимается. 5 баллов, 3. Базару нет. Альбом меня вполне устроил. Все треки очень красивые. Реализация стиля весьма спорная. Чувствуется прогресс, сравнение Just Do It. Да. Не могу сказать о подаче Токсиса. У него есть отличная фишка в смене голоса, но на этом альбоме настолько много, что она перестает быть таковой. Уже, верно, треки смена голоса начинает надоедать и отталкивать от дальнейшего прослушивания. Не заходит субъективно, да? Базару нет. Спокойно, кажется, скучно, припев, надеюсь, ну, блядь, аргументированно, вообще без базара. Все так же пятерка, ничего необычного. По атмосфере для меня альбом на 3,5. Склоняю все-таки к тройке. Писал вначале, ничего выдающего Токси не показал. Что уж это хочешь, в общем, спасибо, аргументированно. 3-4, да, 5. 74. Взорвал, закрепился. Да, так я, бля, начинаю уже зависать, да, здесь жестко. 60, 54, 74. 4 страницы. Эм, бро.
Развитие стиля или коммерческая пустышка? Серьезно. В этом году Токсис с ноги ворвался на российскую сцену и уже успел из простого тикток-исполнителя превратиться в одного из самых востребованных и популярных исполнителей. Just Do It, Let Single Hurts мне в целом зашел. Даже переслушал его, делал. Ничего необычного тут не увидел. Структуру треков я реализовал. Лучшие треки для меня купол. Принимается. Но принимается. Бесит. Принимается. Лиза, за творчество тебе стоит. Спасибо. Спасибо, бро. Just Do It 2. Да. Да. А, Just Do It 2 и 2 балла за реализацию. Принимается. Принимается. 81, 76, 76. 3 балла. Ну, понятно. Понятно, да. То есть не зашло, ребята. Слизано со вкусом избыток Just Do It. Принимается. Если в этом плане минусы оценки, вообще вопросов нет. Точно так же сильно скачется трек от трека. Андрей, можешь придумать заедающий этмический купол, бесится Рик Флоу. По большей степени только в треках, но делает он это безоговорочно бенгера, максимально, да. 7 баллов, 1 момент. Спасибо всем, кто прочитал. В заключение скажу, что артисту необходимо привносить в свое творчество новые идеи. Как будто бы с этого альбома, да? Вот типа со следующего. То есть здесь он как будто закрепляет, вот правильно пишет Just Do It 2. Да, это так. В рамках одного года, в рамках вот времени, вот такого, как будто вот не знаю. Должно ли быть это им? Вот даже вот этот бокс, который я распаковал, как будто в нем тут, ну, вот нам и дали, что вот он, флексящий, вот он, Токсис. То есть это магнум опус всех старых идей. Вот так, да? Это начинает надоедать, сделать все. Блин, бро, это мы, да, мы просто душные, блядь, такие, что типа ты один трек выпустил, да, через два дня он уже для нас старый, если ты через месяц запускаешь такой же, мы такие, блядь, что за баян? Сейчас ИТ будет делать, и мы такие, ебать, это старье. Это старье 20-го года. Ну, ты понял, да, о чем я говорю. Но принимается. Принимается. Если есть люди, которые ждали развития чего-то нового, допустим, да, конечно, они не дождались бы этого. О, ничего себе, вот так вот, да. Спасибо, да, спасибо, ребят, большое спасибо. Вообще нет вопросов, реально. 50, 50, 45, 2 балла, да, 5, 5. Все это уже было. Just Do It отлично справился. Да, 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 я понял. Я понял, принимается. Принимается, 45 баллов, да, 3 балла, 5 баллов, средний фоллоуап. Решит презентовать себя серьезно и отойдет от карикатурного образа. Поправляя галстук, читаю я, да. Однако, как показал релиз, он еще продолжает тенденцию за одну из первых крупных шагов в индустрии. Типичный E-Type, ничего примечательного нет, но в отличие от ИТа, интерпретация Токси отличается повышенной степенью развлечения. Если к западному оригиналу ты приходишь, в первую очередь, за звуковым экспириенсом, то сюда чисто тем, что поугарать для этого. Принимается претензия, но, типа, должен ли он давать что-то, вот я говорю, да, большее. Молодой парнишка, да, короче, флексящий, вот танцующий в кругляшках, типа сейчас. Должны ли мы выдвигать ему такую претензию? Тот же И, да, вот если не брать Afterlife до этого, ну, достаточно самокопирования было. И он пришел к своему стилю за 4 года. Не знаю. Вот посмотрим, что он дальше дропнет, И тот же самый. Вот если он задержится на своем звучании, как будто он уже заебет. Вот надо ему двигаться дальше. Afterlife это прям магнум опус. Прям вот с лихвой разъебывающий все. В его же карьере. У Токсиса не было такой пластинки. Just Do It недостаточно закрепляет его как человека, работающего в этом стиле. Вот ему нужен был такой альбом, который покажет, что смотрите, я могу вот это, и вот он я. И типа дальше уже чего. Но принимается, бро. Реально. При всех недостатках альбома он хорошо подойдет для тупника, включить на фоне или ехать куда-нибудь в машине будет самое то. Just Do It был прикольным с учетом своей доли комичности, но повторять то же самое на данной пластинке, это как 100 раз повторение сказанная шутка, уже не смешно, так и здесь образ Токси не может в долгосрочной перспективе выезжать на одном и том же. Он слишком однобокий, это однобокость отражается на музыке. Принимается, бро, принимается. Как музыкальная история, да, с музыкальной критикой, принимается. Базар, базар, я понял, о чем речь, я понял, почему такая оценка. Я понял. Бля, мне интересно читать это дальше. Пиздец. Густой звук, чистое исполнение. Не идеаль, но прогрессирует. Базар, базар. New Jazzic, High Voice, Гадюков, Токсис, Low Voice. Шарит, да? Смотрите. О, наконец-то. New Jazzic, Токсис, High Voice. И Гадюка, Токсис, Low Voice. Встретились и записали совместный альбом. Интересный комментарий. Как минимум, ему можно поставить. Авторский Лукас, да, забайтил. Спасибо, да, спасибо. 57.
70-66, 23, то же самое, да, 1-5. Не понравилось. Что ни один трек за альбом не добавил себе в плейлист, были большие надежды на беситься. Из-за сниппета, но бит все испортил. Совсем не понимаю, зачем я поменял эти... Не согласен, но принимается. Все, все, бля, сорян, зависаю, страшно вообще, да. Ну, мне интересно читать. Ребята очень круто стараются, очень круто погружаются. Спасибо, друзья, да. Спасибо. С этим галстуком, бля, бро, я как вспомню, что я в этом галстуке, такая же хуйня, да. Хоми-сайт на Бусти будет, бля, что будет на Бусти, я не знаю, бро, честно. Столько уже релизов, да, столько релизов я уже прям, я тебе сейчас даже прям сейчас скажу, да. Хоми-сайт Гэнг, пятерочку, да, хочу послушать. Киллер Роя, Киллер Майка обязательно. Киллер Майк одним из первых будет. Эд Ширан, Химбизи, Тифонтейн, Софейго, Сламп, бля, Слампы только успевали записывать новые альбомы, да. Отому, Голден, Чайлд, Онли Бино, Холи Циркл. Лил Дёрка, не знаю, Редды хотел послушать, Глеева, Доджи я хотел послушать альбом, пиздец, короче, Джеймс Блейк, Симметри. Это все должно было выйти, да, но оно нихера не вышло, и я вот до сих пор сижу здесь и рассказываю вам о том, что оно когда-нибудь будет, а оно правда когда-нибудь будет, да. Кайтрамин там еще тоже, который я уже вообще забыл, с Фарреллом. Сейчас новый альбом вышел, да, у Баста Раймса тоже надо его послушать, спродюсированный Фарреллом частично. Короче, все это когда-нибудь будет, да, на Бусти. Да, хотеть не вредно, да. Речь о мире? Нет. Текучки жанров и треков? Нет, я не думаю, бро, все супер. Сейчас темп в целом такой, что 23-й год предлагает очень быстрый темп. Если ты, конечно, сильно прям залипаешь на чем-то, то ты не сможешь вывозить. Ну, не знаю, это у меня там, блядь, уже сам мозг зумировался немного с точки зрения динамики, поэтому мне норм абсолютно, мне кайф. Чуть-чуть пропадает глубина в этом, да, есть такой момент. Но идешь ты, соответственно, с темпом окружающей действительности. То есть темп окружающей действительности, все диджитал, развитие нейросеток, искусственного интеллекта, если ты такой, типа, ой, ты застрял в прошлом веке, и пиздец, да. То есть это будет сложно, короче. Все норм. Так, давайте выберем лучшую песню. Лучшую песню. Лучшая песня у нас это... Лучшая песня у нас... Из картона, ну и что, зато тут я... Опять не то. Так, давайте посмотрим, да, лучшая песня. Это не Купол, да? Так. Рик Флоу, наверное, да? Так. Рик... Из тех, которые могут быть прям вот жесткими. Давайте Рик Флоу. Пусть будет Рик Флоу, да. Зуту тоже крутая, в плейлисте есть. Я думаю, что Рик Фло. Она, знаете что? Знаете, почему она самая крутая? Потому что она максимально отражает то, что происходит здесь. Флекс, концертность, максимальное острие трендовости жанров, интерпретация и хорошая реализация того, что он выбрал. То есть как будто этот трек такой, и причем он сольный. Все-таки хотелось бы оценивать сольные треки, да? Как будто это вот то, что надо, да. То, что надо. Дерзкая работа. Да я могу. Хожу реки, Маджеро машу. На мне блики, я и машу. Не играй со мной, я вывожу. Намочу свою цепь гаманту. Говорю про меня как аду. И теперь он тусует в аду. Вы еще давно? Я стелю это рекомен слоу. In the hellcat, I'm ready to go. Talk me up, she ready for more. Give me brain. Казался, я отдам мне brain. Я ломаю дерьмо, but the pain. Но я пою, как будто deep pain. Recurrent flow, 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 recurrent flow. Я ворон. Какого хера я ворон? Я один в экземпляре, нет другого. Не-не-не, ворона там, это то. Максимум, что ты срубишь $1. Тебе не нужен дым, со мной ли молот? Не допишу куплет, ведь мне похуй. Real пух. Bitch, you don't know. Я стелю это рекомен слоу. In the hellcat, I'm ready to go. Talk me up, she ready for more. Give me brain. Казал слуги, отдам мне brain. Я ломаю дерьмо, but the pain. Но я пою, как будто deep pain. Да, отличный трек.
9-10, да. 7... Нет, не... Окей, вот так, да. Hitman Stream, спасибо большое. Спасибо большое. Разъеб. Ну вот так вот, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Мне было очень интересно. Мне было очень интересно посмотреть, как Токсис закроет этот год. Как он придет, типа, к своему, так сказать, к вершине того, что он делал. В 24-й год он ходит человеком, который закрепил свой звук, закрепил все свои движи, все свои мувы. Все это уже вот, вот оно, вот, вот на пике, на вершине. Да. Ждем его развития творчества в 24-м году. Спасибо большое. Это было очень интересно разобрать. Это было интересно подумать. Надеюсь, вы тоже кайфанули.